Так, всем привет. Привет. Привет, привет. Меня слышно, видно хорошо? Да. Супер. Ну что, девочки, будем сегодня начинать наш заключительный эфир по курсу «Образ коллекции». Наконец-то вы подошли к самому финалу. Сегодня посмотрим ваши замечательные работы, посмотрим проекты, да, как мы планировали на заключительном эфире. Мы уже будем смотреть проекты готовые. И, собственно, просто осознайте, что 3 недели назад большинство из вас не умели работать с коллекциями в таком формате, и сейчас у вас уже готовый результат. На самом деле это колоссальная работа, которую вы провели, и это очень похвально. Проекты на третьем потоке какие-то просто невероятно красивые. Даже не знаю, как это вышло, либо девочки так подобрались, либо уже мы начали еще более качественно вести, может быть, оба фактора, и это здорово. Сегодня, по возможности, там, если Наташа и Ксения смогут подключаться, и если у вас будут какие-то комментарии еще, тоже будет здорово. Можно будет устраивать какой-то консилиум по поводу того, что мы будем смотреть. Ну что, я думаю, что все, кто хотел, присоединились. Запись у нас идет. Так, да, идет. И, наверное, начнем. У нас первая сегодня Анастасия Попова. Сейчас я включу демонстрацию экрана. Привет, Катя, привет. не заметить, какая прекрасная птичка у вас в уголочке стоит. Да, я решила выбрать вашу тему, потому что мне очень нравится ваша птичка. А, да, ну, И моя. я теперь тоже птичка, потому что я тоже в клубе. Здорово, здорово. Так, ну что, у нас Настя. Настя, Да. привет. Вижу тебя. Привет. Так, ну что, как вообще тебе результат? Я видела твое сообщение. Ты у нас не первый раз на курсе. Я сейчас немножко вот поменьше сделаю, чтобы удобно было видеть, разглядывать проект. Можешь словами что-то сказать? Да что, ну круто. Меня хорошо слышно, все хорошо. Да. Да здорово, на самом деле, потому что это очень большое подспорье и подмога, и помощь, все что угодно, да, в твоем лице, в Наташином, Ксения теперь еще присоединилась к нам. Это на самом деле очень сильно заряжает и мотивирует двигаться. Потому что, ну, правда, я год боялась этой темы. Ну, как бы это, да, там со стороны, может быть, смешно не звучало, потому что у меня есть проблема в раздувании, да, и меня теряется фокус, когда ты начинаешь раздувать. А здесь Наташа прям вот, ну, вычеркивала мне из эскизов, честно. Да, там, когда я там 5 елок себе там нарисовал, например, на погибель свою просто. Да. Конечно, потом все равно какие-то элементы, да, добавились там после первого промежуточного там эфира. И вот как раз я, наверное, с ними чуть-чуть так забуксовала там по времени, я имею в виду. Но в целом я считаю, что все круто получилось. Вот эта идея с огонечками с боке, конечно. А вообще, изначально, кстати, хочу сказать, что двинулась коллекция от второстепенного, как ты когда-то говорила на одном вебинаре, который вот речь шла как раз вот об этом. Именно родилось-то все от снежинок. Вот не поверишь, вот кисти, которые я сделала, это вот все начало было. Вот снежинки и фоны, вот эти вот пятна. А когда Наташа еще вот этот баке, конечно, ну, я вообще влюбилась просто. Я не знаю, как вам, но вот. Кисти я попробовала. А, кстати, не дописала, что я еще научилась. Не то, что делать-то я умела кисти, да, но я их не знала вообще, как экспортировать. И как вот их, думаю, ну, в каком что формате, как вообще. И вот мне Катя очень сильно помогла в этом плане, что в клубе я спросила, и она мне статейку там подкинула. Вот, и мы с ней даже потренировались в личке. Говорю, как получится скачать? Давай, говорю, попробуй. Вот, и я ей, в общем, эти кисточки таким образом подарила. Вот. В общем, Ну, все здорово. Я довольна.
честно. Ну, на самом деле здорово, Настя, такой большой путь, да, и такие две разные коллекции, потому что я помню прошлую с лилиями, да, совершенно другая тематика. И эта коллекция Да. сильно отличаются, но в то же время в твоем стиле, да, и работу, конечно, колоссальную ты провела, ко всем советам слушала, да, прислушивалась, да, на каждом этапе, и это очень круто. На самом деле, все сейчас посмотрела, пролистала, когда уже так вот открываешь весь проект, смотришь вблизи, прям наслаждаешься результатом. Мне нравится обложка, похвально, да, я сегодня буду, наверное, только хвалить. Каких-то уже там особо комментариев, может быть, и не буду давать, но как итог, да, мы сегодня смотрим, выглядит все очень уверенно, профессионально, да, и, конечно, такая сложная тема выдержана, мне кажется, во всем проекте в едином стиле, это самое важное, да, Я и, стараюсь. конечно же, обложка тоже, мне кажется, на креатив-маркете такая обложка прям будет привлекать внимание, да, вот, Эх, класс. взяли туда еще. Возьмут обязательно. Ты не пробовала еще или пробовала отказ? Я, кстати, вот сегодня почту... А, нет, проверяла... Нет, не проверяла почту. Я отправила все-таки. Я подумала, подумала, думаю, у меня же еще просто на шаттере нету. Но вот у меня сейчас вот это вот до конца месяца я хочу вот как раз... прогрузить туда. А они же как раз там просят ссылки. Я уже думала, может быть, для них вот это вот тоже играет роль, что вот на шатере, не на шатере. Вот. Но я подумала, ладно, я попробую сейчас еще без шатера. Вот. А если уже нет, ну, перед Новым годом, там вот к Новому году, может быть, ближе. Потому что я помню, что тогда девчатам... А, после Нового года девчонок тогда После взяли. Нового года, да, и они еще сразу не Ну... взяли, тоже не забудь об этом. Угу. Там, видимо, лимиты Ну, обнуляются, и после Нового года. да, будем пробовать, что Да. будем посмотреть. Там у меня уже и работа все-таки побольше, чем там в самом начале. Потому что я же на дурака из одной работы на Бихансе подавалась. И с двумя. Сейчас это мой третий проект всего-то навсего. Ну, Ну, зато вот. какой, ого-го, да, то есть это, мне кажется, очень такой масштабный проект, было бы, конечно, здорово, если бы тебя сейчас туда взяли, да, и ты бы сразу загрузила его на продажу, Да. это Меня вот что и актуально. пугает, что я, получается, там как бы рекламируюсь, да, а по факту-то я еще на, даже вот на тот же самый Adobe-то я еще и не загрузила, так чтобы все, Ну, да, там. понятно, но даже здесь в конце проекта можно написать такую фразу для приобретения: пишите мне на почту и оставить свою почту какую-нибудь, сделай Там указано, указано, да, да, ну что, чтобы если да. что, ты смогла бы напрямую продать такую коллекцию Да. по какой-то лицензии, но здесь, конечно, нужно все-таки тогда подготовить какой-то шаблон какого-то договора для того, чтобы там люди тоже подписывали, да, не просто так ты продаешь, Ну, но я на самом деле сделала хитрее. Мне так на один раз написали по поводу Азулежа. Ну, именно вот с Behance я так поняла. Но я это отправила на тот момент на коллекцию на Adobe. Вот. Это я как раз вот в клубе девочкам писала, вот зачем нам коллекции, да? То есть я прям ссылку на коллекцию, то есть копирнула. Ну, там просто еще мне показалось, что с английским не очень хорошо человек, который писал, вот, подозреваю, что где-нибудь откуда-нибудь. Ну, в общем, не за англоговорящий. Ну, и просто ссылку, ну, сказала, что очень приятно, что вы, да, обратили внимание на мою работу, там все такое. И скинула ссылку на Adobe. Вот, где все как раз эти файлы там по отдельности, вот, пожалуйста. Может быть, это даже они тогда у меня скупились тут, ну, правда, не так Может давно. быть, скорее всего. У меня еще к тебе такой Поэтому... вопрос. У меня есть сейчас одна заказчица, которая ищет новогодний набор. Я все ждала, когда ты его закончишь. И могу ли я скинуть как пример? Им не нужна эксклюзивность, но, возможно, они просто выкупят иллюстрации для своих целей. Мне нужно твое Так разрешение. ты меня... Да, я разрешаю, конечно, только ты меня потом можешь курировать, я же это вообще с этим не... Конечно, я буду В выступать общем, всегда. ты поняла мой страх, да, в глазах? Да. Надо преодолевать, Просто да? опыта нету, да. Опыта нет, но мы предложим, да, иллюстрации в твоем стиле. Если они согласятся, с радостью прокурирую все моменты. Вот, главное, что теперь Хорошо. есть готовый проект и ссылку. Мне проще всего ссылку скинуть на проект и не объяснять им на пальцах, что получилось.
Вот Да. большой плюс готовых иллюстраций, да, для того, чтобы. Антон, сами, вот это ты меня Посмотрим, ошарашила посмотрим. Рано мы не будем радоваться, но сейчас. Нет, понятно, нет, мне просто даже лестно, понимаешь, что ты меня вот, да, помнила работу, да, помнила, да, и нас. поняла, что я куда-то могу подойти, ну, с человеком, да, свести. Настя, конечно, мы будем прорабатывать в клубе на эфире с психологом вот эти вот истории. Надо тоже записать, да, вот что вот это вот за разговор, да, делаем такие шикарные иллюстрации, так классно работаем с фактурой и делаем такие итоговые вообще композиции, Кстати, замечательные. девочкам еще, да, я проходила курс фактура, но на планшете. Это для кого? Для кого Да, вдруг страшно, да? опыт у Насти, да. Но, во всяком случае, очень все здорово получилось. Нисколько не сомневайся, что этот набор будет продаваться, что он будет востребован у заказчиков и могут писать и так далее, и так далее. То есть вот эту тему нужно тоже подумать, посидеть, рефлексировать, потому что замечательные иллюстрации, да, очень хороший проект получился, единый стиль, да, фотографии мне нравятся, когда расположены, есть какие-то, да, примеры, они еще создают какую-то атмосферу дополнительную. То есть вот эти композиции суперские. Вот как ты поработала с кружевом? Ну, фактура — это вообще твое, да? Поэтому все выглядит замечательно. Карпела, реально Только... карпела, кружево. Вторая тема, где у меня кружево, да. И бью себя по рукам, чтобы дальше не продолжить с ума сходить кружево. На самом деле, как бы я бы на твоем месте бы поступила, пока еще вот сейчас такой сезон предновогодний, есть готовый хороший проект. И можно составить какой-то офер, небольшое предложение на том, что вот я такая-то такая, Настя, у меня есть такая замечательная коллекция иллюстраций, винтажные, да, Рождество, Новый год. И составить офер, предложение о продаже, что, допустим, как условно на креатив-маркете. Коммерческая лицензия столько-то стоит, там, личная лицензия столько-то стоит. И иметь такой текст. И просто пойти по Инстаграму и пописать всем производителям посуды, тканям и так далее, кто нравится. Потому что такая коллаборация тебе будет тоже очень хорошо и для каких-то проектов в дальнейшем, и в целом для поднятия такой самооценки иллюстраторской, да, и так далее. Потому что здесь есть что предложить. Ну, ты имеешь в виду западные партнеры? Можно и на английском составить, можно и на русском. И на самом деле, скорее всего, русскоязычные даже больше откликнутся, да, когда у них Думаешь? будет. Просто мне казалось, что какие-то иллюстрации более там все-таки к западному Новому году, нет? У Ну, там нас очень Америка. востребована такая история. Нет, зря ты так ограничиваешь. Да? Конечно, конечно. Поэтому стоит составить, вот просто один раз заморочиться, сделай себе шаблон, по которому ты сможешь пройтись и предложить. Потому что как только мы делаем какие-то предложения, да, мир внешний, он, как правило, нам откликается. Поэтому надо походить. Да, нам нужно как-нибудь записать мини-урок, как сделать такой офер предложения по готовым проектам. Да, нет, я понимаю, о чем ты говоришь, да. Я даже одно время прям горела этим в плане писать письма. Даже находила как раз-таки, да, информацию, как правильно, как лучше написать, да, как составить грамотно. Вот у меня даже где-то есть эти все наметки. Вот, ну, как-то я потом это все дело бросила, вот, и занялась стоками. И как раз Ну, пошла от стоков. у нас такой курс образ коллекции, он посвящен истоковости, вообще универсальности, да? Образ коллекции курс равно универсальность. И поэтому это идеально будет подходить и на стоки, и на креативные магазины, и на Behance уже проект есть. Все, теперь у нас еще один единственный шаг, который мы можем сами сделать, это искать покупателя уже на готовый проект, уже на готовую коллекцию. Да? Для этого нам нужно просто сделать офер и выделить время, пописать этот один шаблон, скинуть всем с предложением, с ссылкой на Behance. И все. А дальше уже так, заинтересует, не заинтересует. Заинтересует — здорово, да, будут еще продажи вот прям прямые такие. Не заинтересует — окей, будет продаваться на Creative Market и на сток. У нас из-за того, что универсальный проект, нужно все возможные способы попытаться, да, промонетизировать. Да, хороший совет, здорово. Ну, здорово, Попробуем. Настя, спасибо большое. Классный проект, полностью его посмотрели. Спасибо. Все супер выглядит. Спасибо. Работаем дальше в том Работаем же дальше. духе.
Спасибо, Ань, спасибо за весь курс, за весь вообще за всю поддержку. Мне прям вот честно от всего сердечка. Ну я там писала ранее. Даже Все, люблю. прощаться не хочется, да? Хочется дальше, дальше. Да, ну у нас есть клуб, да, я сейчас это обратно, а то я прям все там бросила, да, и вот только здесь и занималась. Вот, поэтому Обязательно графику пропустила. в клубе тоже похвастайтесь своими работами. В этот на курсе образ коллекции Наташа выкладывала ваши ссылки. Да, хорошо, да, действительно, я Нужно забыла зайти и совсем. рассказать, как здорово получилось. Спасибо, Обязательно. Настя. Мы идем дальше. Спасибо, давайте. У нас дальше Лена. Ленин проект у меня тоже уже открыт. Привет. Привет, привет. Так, ну что, смотрим твою красоту. Как все вышло необычно и замечательно. Лен, третий проект. Это обалдеть, да? Ну, третий раз образ коллекции. Очень здорово получилось. Но мы еще на прошлом эфире говорили, что у тебя сейчас все вообще очень необычно. В новую сторону какую-то ушло. Но ты на 100% довольна результатом? Да, конечно. Я думаю, что надо на этот проект будет ориентироваться и в следующих. То есть взять его за основу и идти уже вот от такого стиля. Ты имеешь в виду от стиля оформления или от стиля рисования или от темы, от чего хочешь отталкиваться? Ну, стиль рисования, он как-то еще к теме привязывается все-таки. А вот именно оформление. То есть я попробовала разное, и мне понравилось вот как получилось сейчас больше всего. Остальные тоже классно получились, но больше всего мне нравится этот. Ну, ладно, с лемурчиками тоже замечательный проект был. Я прям его помню, и он очень такой прям. Да, ну там животные, конечно, он классный. Там единственное, что я до сих пор думаю, что там не хватило именно позиционирования. Вот. То есть здесь ты проработала прям четко, да? Тоже, да, обсуждали это на первом эфире, что позиционирование прям было очень конкретное, да, и вот благодаря этому получилось вот такие превьюшки классные, даже хочется еще поменьше их сделать, чтобы посмотреть издалека. Ага. Наташа, что ты хочешь сказать? Да, я хотела сказать, что вот у Лены на прошлом курсе был имбирь, и вот хотела спросить, Лена, ты сама видишь разницу в том, что вот количество семиляров тоже совсем по-другому в превью выглядит? У тебя вот в имбире, я прям помню, мелко-мелко много семиляров было, вот именно композиций. И они просто, ну, таким полотном как бы, да, шли, и не было как бы, как будто бы не было акцента на чем-то. Здесь меньше семиляров, это то, к чему мы стремимся, да, не раздувать коллекцию по симилированию. И здесь тебе удалось выдержать вот этот баланс. И все, в общем-то, сделать семиляры, которые необходимы, но при этом не переборщить. Вот я на это Ну хотела. да, она выглядит наполненной, несмотря на то, что там, ну, не так много, меньше 100, сколько, 7, где-то 70, наверное, файлов у меня получилось. Нет, 52 вот там, да, было, плюс бонус. Ну да, в общем, где-то в районе около 70 всего, вот, и все равно она выглядит наполненной. А в имбире, я тебе могу сказать, я до сих пор не закончила семинировать. Прошло уже сколько времени? Май, да, был тогда в прошлом потоке? Ужас. Но мы же Да. говорим о том, что на стоке можно симулировать хоть 200 штук, а Ну да, ну там даже не все категории еще готовы у меня, понимаешь? Ужас. Вот. Баннеры, я так и не осилила баннеры, короче говоря. А с этой коллекцией у тебя полностью завершена работа? Или ты еще будешь симулировать? Я, знаешь, я думала, там в каком-то уроке у нас проскочила мысль, что можно будет потом сделать какой-то еще дополнительный проект, например, по-моему, Наташа мне сказала, только с цветами. Я подумала, что действительно, если я захочу, допустим, просимилировать еще чисто цветы, то можно будет и как-нибудь вот в свадебную тему вот, да, поделать темплейты, допустим, там пригласительные, карточки для стола, вот такой вот, знаешь. И можно будет это сделать отдельным проектом под свадьбу весеннюю, например, как раз. Ну, посмотрю, как пойдет. Ну, смотри, да, на самом деле, если прям понравилось работать в такой нежной гамме, тут же великое множество еще тем, которые можно нарисовать. Даже взять отдельно бьюти-тему в такой же стилистике, да, и дорисовать еще каких-то объектов, как обычно у нас девчонки, да, рисуют всякие там флаконы и так далее. И использовать те же самые цветы по стиле подачи, то есть это уже как продолжение, да, коллекция уже другая, уже с другим позиционированием.
Можно очень много здесь развивать, действительно, каких-то вечных тем, подтем. И такой задел, конечно, на будущее колоссальный у тебя получился с точки зрения идей, стиля, да, какого-то нового восприятия вообще всего. Я так порадовалась сегодня в чате, прочитала, что ты увидела свою графику в Икее. Это была Да. маленькая мечта зайти в Икею и увидеть там свои какие-то иллюстрации. Я всегда заходила с надеждой, там, где ткани продаются, постоянно листала. Я сегодня увидела тебя, думаю, ничего себе, как здорово. Поздравляю с такой находкой, это Спасибо. классно. И я прям уверена, что вот паттерны на текстиле прям будут замечательно смотреться, их будут использовать, их будут покупать. У меня такой же совет тебе, как и Насте, да, у всех, у кого готовые проекты, вот пользуйтесь тем, составляйте офферы, пишите по каким-то заказчикам. Плюс можно выбирать даже очень-очень крупные бренды, искать их контакты для коллаборации и предлагать прям, потому что, ну да, вдруг зайдет им предложение, им подойдут иллюстрации, если какой-то крупный бренд, там, я не знаю, какие-то крупные дома даже, там, может быть, фэшн-дома отреагируют, представляешь, какой это будет колоссальный коллаб и какой это будет вес в твою творческую историю. Надо попробовать. Вот девчонки пишут, что Настя пишет, что я не долистала до этой новости. Огонь, Лена, я так из-за тебя рада, Икея. И Настя написала: Лена, божественная нежность. Ну, очень мне нравится, как сочетается иллюстрация со шрифтом. Да, все ненавязчиво, не перегружено. Самое главное, да, вот в этой коллекции было не перегрузить информацией, не перегрузить ничем лишним. Мне кажется, ты успешно справилась, очень все так деликатно показала. На самом деле, я очень радуюсь, что в этом потоке нету никакого украшательства лишнего в проектах у девочек, и все очень сдержанно. Вот мы выходим реально на какой-то уже хороший уровень графического дизайна, да, конечно, нам еще есть куда стремиться, есть куда, да, чему учиться, но все равно это уже прям чувствуется, с какой там осознанностью, с каким трепетом вы подходите к коллекциям. И, Лен, у тебя это прям вот офигеть, как считывается, потому что вот эта чистота визуальная, которая есть во всех слайдах, это прям очень ценно. Мне нравится, что еще текст между слайдами в Behance здесь маленький, да, что он не крупный. Надо еще посмотреть, как с мобильного устройства выглядит, чтобы тоже не было сильно крупно. Обычно он там немножко крупный. Вот, но ты тоже проверь, если что, может быть, даже уменьшить под разные разрешения, разный текст поставить, кегель. Вообще я не уменьшала, это стандартный бихансовский. Да. Ну, во всяком случае, здесь хорошо выглядит, но у меня еще просто поменьше. У меня сейчас 67 масштаб, при 100% он немножко увеличится, но все-таки главное, чтобы вот этот текст между слайдами тоже был не супер крупный и не забивал. Вот, а так, конечно, вообще все здорово. Мне нравится подача, мне нравится позиционирование. Бились мы, бились с кружочками. Ну, я попробовала разного размера, у меня тоже была такая мысль. Ну, ничего не понравилось. То есть, как бы там, где есть место, я увеличиваю, но оно сразу, ну, сразу становится тяжелое наверху, и это как-то не очень хорошо смотрелось. Ну, не знаю. А Если на последнем слайде, на котором, ну, вот из трех, да, с паттернами, там все одного размера, и оно хорошо смотрится. Вот, как бы. И, ну, было странно. Короче, оставила все как вот здесь, одинакового размера. Лен, единственное, что смотри, здесь разные фоны. Может быть, здесь тебе тоже дать разный фон? Не думала. Пускай будут разные паттерны и разный фон. Вот взять за основу вот эти два цвета. Просто, мне кажется, они тогда немножко отлипнут друг от друга и будут прям поддержаны, да, вот этой историей. Ну да, можно, можно. Да. Поэтому, ну, здорово. На самом деле, ну, здесь, да, все так тоже свежо. Ну, я больше всего, да, цеплялась к кружочкам. И главное, что нашли уже какое-то решение композиционное, потому что с ними очень сложно работать в большом листе, когда у нас большое превью. Это же тоже как расположить композиционно. Вот, Удачи. кстати, еще, знаешь, что хотела сказать для девочек? Вот, например, не листай, пожалуйста, вот этот, да, планшет. Вот этот макап, он вообще-то обычно платный. Но у Creative Market, для тех, кто зарегистрирован, не обязательно, что у вас есть там магазин, да? Просто есть регистрация. Они присылают рассылку, типа, там, в этом, я не знаю, раз в месяц, может, меня кто-то поправит, они дают бесплатно скачать.
для персонального пользования. Вот. И вот этот макап я скачала как раз для, ну, вот, вот в эту рассылку. Там же и шрифты вкачивают тоже иногда. Я их не продаю. Не знаю, но это спорный вопрос, потому что по их описанию получается, что вот для такой презентации на Behance я должна покупать коммерческую лицензию. Ну нет, на самом деле здесь очень такой спорный момент. Я думаю, что если кто-то тебе напишет и начнет спорить, что это должна быть коммерческая, у нас есть очень много аргументов, почему это не коммерческая лицензия должна быть. Лично у меня я придерживаюсь такой политики, что для проектов, которые мы выкладываем в своем магазине, где зрителей немного, у нас не 10 тысяч просмотров, а трафик небольшой, мы можем использовать индивидуальную лицензию, некоммерческую. Во-первых, потому Ну, что... у них в описании, понимаешь, написано, что там не связано это ни с какими просмотрами. Вот, там написано, что везде, в местах, где используется этот макап или шрифт, через который вы пытаетесь продавать как бы свои диджитал-продукты, это считается коммерческое использование. Ну, спорный момент, но может быть, ну как бы, если это где-то не на креатив-маркете продается, и человек сам пишет от себя, он может написать такие условия, что прям написать напрямую, если вы используете в превью в своих креативных магазинах, это должен быть коммерция. Но если этот проект скачивается и продается на креатив-маркете, их лицензия не подразумевает, что она должна быть коммерческая. То есть в коммерческой лицензии у них четко прописано количество просмотров. Там разница индивидуально от коммерческой только в тираже и в количестве просмотров. И все. То есть, а у нас нету такой выгоды настолько большой коммерческой, чтобы такое количество человек просматривали. То есть здесь очень такая спорная история. Ну, то есть, предположим, если у меня станет суперпопулярное портфолио, и на этот проект вдруг появится огромное количество просмотров, то теоретически я должна оплатить и коммерческую лицензию. Вот, Лен, такое произойдет, ты пойдешь и купишь у них коммерческую лицензию. Да. Ну, кстати, смотри, я если покупаю там что-то на Creative Market для такого, то там обычно разница между персональной и коммерческой, ну, пара долларов. Ну, думаю, ну, господи, ладно, бог с ним, зато спокойно, со спокойной совестью я буду это использовать. Ну, вот Ну, это бесплатно, я просто не могу на халяву не скачать да, и на потом самом не деле, использовать. спасибо за комментарий, что есть такая рассылка. У Creative Market было раньше, что каждый понедельник у них выходило 6 бесплатных продуктов. Это то, про что я рассказывала в курсе Art Locomotive, куда можно подать заявку. По-моему, сейчас уже нет у них такой истории, да, но у них есть вот история по рассылкам. Да. Но, по сути, можно там даже в своем магазине подать заявку на участие в такой акции, потому что я тогда говорила, что меня когда приняли, и мои там ягодки провисели неделю, их скачали 46 тысяч раз. И мне тогда в тот момент, в самом начале стокового пути, показало, сколько есть трафика на этом сайте, и что там большое количество денег, и что надо просто стараться и работать. Поэтому... Очень классно, и я тогда наскачивала тоже себе, каждую неделю заходишь, понедельник каждый, там каждый новые шрифты, новые иллюстрации, новые макапы, я так, грех этим не пользоваться 100%. Лен, спасибо большое, замечательный получился проект, обязательно тоже покажи в клубе девочкам, как все получилось, да, пускай заходят, вдохновляются на креатив маркет и на создание таких коллекций красивых. Хорошо, спасибо всем. Очень классно. Мне тоже все очень понравилось. И за новые уроки по фотошопу и по дизайну все супер. Вообще никаких этих. Но я еще подумаю над пожеланиями, вдруг мне что-то появится, тогда Да, напишу. хорошо, хорошо. Все. Да, Лен, спасибо большое. Мы идем дальше. Так, дальше у нас Светлана. Привет. Да, привет, привет. Светлана, ну, у нас вы на курсе самый такой поворотный момент, да, где в самом начале вы сделали... Мы с вашей помощью сделали поворот на 180 градусов и вообще развернулись от иллюстрации цветной в карандаш. Как вам сейчас вообще вот осознавать, что столько проделано еще и в неожиданном вообще стиле, и не получили такой вот очень красивый результат? Ой, ну, я уже писала об этом. Я же продолжила симулировать акварель. И уже сейчас я прям четко понимаю, что это правильное решение, но это было видно только вам тогда.
потому что, ну, они прям, та неплохая коллекция, но не для такого проекта. Вот, а тут все в одном цвете получается, и поэтому тут мне кажется, можно бесконечно вообще эмулировать и составлять композиции. Светлана, на самом деле хочу вас похвалить, потому что то, как вы прислушивались к мнению, да, что не побоялись, во-первых, пойти во что-то новое, не было примеров, чтобы у нас кто-то делал такое на курсе, да, и как круто вы оформили коллекцию, да, вот каждый там что-то я давала, какой-то совет на эфирах, и я прям, когда увидела там вот эти, там, вот этот вот кадр, да, я такая думаю, ничего себе, как круто это выглядит, да, то есть здесь вот чистота карандаша вашего рисунка просто вообще замечательно получилось, да, и как весь проект выглядит свежо, очень, да, так собрано в едином стиле, тоже очень чистая подача, ничто не перегружено, никакого украшательства нет, понятные иллюстрации, прям вот большое вам спасибо за то, что доверились и то, что все сделали. На самом деле это очень здорово. Да, Ань, вам, Наташа, Ксения, спасибо, потому что, ну, я когда не знаешь, да, и потом у меня уже есть опыт доверия, собственно говоря, я, по-моему, вы еще ни разу не посоветовали чего-то такого, чтобы прям потом мне стопроцентно не сбылось, вот, поэтому, как бы, тут есть к чему прислушаться. И потом, ну, я шла, и вообще не понимая. То есть у меня даже на момент не сложилось, когда карандаш, у меня не сложилось сначала все в образ один. А потом уже вы когда сказали на белом цвете, посмотри там мой проект, и уже так уже начало как-то так это в голове уже формироваться. Поняла сейчас, слушала, что надо в конце, наверное, пока больше не на что ссылку давать, дам пока на почту напишу. А еще какие-нибудь замечания есть? Потому что это уже моя четвертая, наверное, переделка после готового загруженного. Потому что когда исправила обложку уже, да, то есть я, получается, потом еще весь шрифт во всем проекте поменяла. Потому что они не сочетались, получается, с обложкой. Свет, а я видела анимацию классную. Не хотите ее добавить в проект? А в каком месте? В самом начале? Ее можно и в конце, перед тем, как говорить спасибо, вот это вот с бутылочкой, мне кажется, очень, он прям произведет Да, такой еще. анимация очаровательная. Ну, можно, только ее надо подправить. Я тут сидела несколько часов, тут втыкала, как это все делается. И, ну, немножко быстровато получилось. Я поняла, как сделать надо. Возможно, немножко поколдую, можно будет добавить. Мне кажется, это просто вот раз уже есть такой результат, да, по анимации, это тоже одна из изюминок проекта, это что-то новое, это необычное, это не просто карандашная иллюстрация, это уже какой-то мини-проект. Это точно будет привлекать внимание, и надо добавить наверняка. Хорошо, сделаю. Светлана, у меня в связи с этим к вам вопрос. Как вы вообще планируете дальше вести стоковую работу? Какие проекты будете делать? В какой технике? Да, тут поменяли мы на 180. Какие мысли дальше? Мне, начнем так, мне нравится работать в карандаше. Я вижу, что у меня это получается лучше, чем в акварели. Но я бы хотела подождать хотя бы продаж и посмотреть, потому что я сейчас выкладываю карандаш уже на стоке, посмотреть, будет ли вообще реакция. Потому что одно дело, когда это графика, да, понятно, что, ну, вернее, вектор, да, получается, оно понятно, что будет продаваться, а как будет в карандаше, оно красиво, но я пока не уверена. Но было бы хорошо. В принципе, я готова была бы разбавлять хотя бы там 30, а то и 50%. Ну, мне кажется, в один там, в планы один из пунктов можно добавить, это научиться делать трейс карандаша, да, и покорять Все равно вектор. не так будет. Тут Я же понимаю, что не штриховка, так. тут еще тон, получается, есть.
Мне кажется, Трейс, он, Стоном, ну... я думаю, что с тоном проблемы не будет. Мне кажется, нужно просто попробовать ради эксперимента какую-то иллюстрацию, взять какую-то вот даже, допустим, уже готовую композицию, попробовать ее оттрессировать, да, в формате эксперимента, как это будет выглядеть, и просто посмотрим, да. Мне почему-то кажется, что все равно это тоже будет лучше, чем если это была бы акварель трессированная, да. И можно будет уже делать выводы тогда, да, потому что если такая история будет, это будет вообще круто, и можно будет там часть иллюстрации загружать на векторные стоки. Да, то есть Ну, нужно попробовать. посмотрю, попробую. Видите, тут все интересное еще в клубе в этот момент было, но пришлось сосредоточиться на проекте. Так это же, считай, клубная тоже тема, графика, да, Да, просто... ну там девчонки там все в это ректировали и так далее, а я вот в самом начале-то попробовала, у меня мозг взорвался, и я немножко сделала шаг назад и думаю, ну я должна вернуться к этой теме, трассировки и вообще вектор попробовать. Ну да, это вот если уже есть такая у нас история, что нашли такую нишу, которая откликается и по рисованию, и стиль очень крутой, уровень рисования хороший, надо сделать еще какие-то шаги для того, чтобы еще увеличить, так сказать, ширину монетизации, да, всего этого, трейс, просто попробовать, посмотреть, что получится. Да, обязательно поделитесь в клубе своей коллекцией, потому что на вебинаре, да, в клубе мы говорили про карандаш, про графику. Это было буквально 9 числа, а тут уже готовый проект на эту тему. Мне кажется, девочек это замотивирует, что вот можно действительно так очень собрано, быстро сделать классные иллюстрации и в карандаше. Так, я хочу еще почитать комментарии от девочек. Так. Настя пишет, это фееричный поворот, после этого я тоже захотела проект такой техники. Настя пишет, другая, Брехова, Света, это офигенно. Катерина написала, мне очень нравится эта подводная тема. Настя пишет, первый проект бомба-бомба. И ну, тут Настя прям активно переписывается в чате. Настя пишет, это восторг, а не проект. Настя, спасибо большое. Это как поплыли вслепую, но как здорово плыли, как чемпион. Да, нужна анимация, она такая юморная. Да, анимацию надо добавить. Наташа пишет, что морская вообще будет продаваться, а в графике-то точно, и в карандаше, я уверена, тоже зайдет свежая волна просто. Да, я тоже согласна, что здесь не только попадание в стиль, но и попадание в тему. И нам нужно просто дождаться того момента, когда на стоках она проиндексируется хорошо, эта тема, и делать выводы. Да, можно пока мы ждем, там, какие-то сделать моно-темы, мини, да, что-то подумать, мини-карандашное, то есть совмещающее с чем-то, с акварельным. Так, Настя пишет, Света, ждем карандашные коллекции. И Настя пишет, да, эта фишка из стиля может стать карандашная графика. Да не может стать, у нас, я не просто так на это делаю упор. У меня как-никак есть стоковая чуйка и стоковое видение, и опыт как-никак тоже не... Вашими бы устами. Да, и все-таки мне кажется, что это одно из направлений, которое будет очень хорошо заходить, потому что напечатать такую графику на любой упаковке, и это будет так бюджетно и так красиво, любой производитель это заценит. Рано или поздно производители и от графики перейдут и в карандаш, и графику будут использовать. То есть это ценно. Это с точки зрения производства просто дешевле, чем акварель. Поэтому я считаю, что это смело можно рисовать и дальше. Вот. Ну, а этому, конечно, проекту желаю больших продаж. И вам желаю больших продаж. Очень все здорово получилось. Спасибо за доверие. Спасибо вам большое. Да, мы тогда идем дальше. По проекту уже комментариев никаких не даю, потому что все замечательно. Я только смотрю, наслаждаюсь. Мне очень нравится, что все очень красиво, свежо. Я люблю такую графику. И все выглядит очень-очень классно. Спасибо. Мы идем дальше. Так, Настя пишет, Анина чуйка не дает нам сдаваться. Конечно. Сейчас еще что-нибудь придумаю. Так, Катя дальше, да? Так. Привет. Привет, привет. Ну что, еще один фантастический проект, который у нас получился. Просто я вижу, как вы круто поработали с обложкой, с Ксюшей, да, комментарий. Да, вообще, это было потрясающе. Во-первых, мне очень понравился сам урок по графическому дизайну. Я даже полно себе всего, так скажем, на заметку взяла.
потому что я вообще дизайнер средовой и больше по архитектуре, и у меня этого всего не было восторга в универе. В общем, класс. И то, что получилось с обложкой, я прям, ну, мне очень понравился фидбэк, очень понравилась обратная связь. И как вот мы поиграли с этими буквами, то, что они на разный уровень встали, это прям, в общем, спасибо. Катя, а вы сами писали, да, буквы? Да, это я делала кисточкой. Ну вот как на самом деле они сюда, как они хорошо подошли, в отличие от тех острых, да, буквок? Вот это просто идеально подходит. Вот они такие же мягкие, такие же игривые, как эти котики, которые в проекте. Я смотрю, еще очень здорово появился вот этот фирменный стиль проекта в виде вот этой линии, да, пунктирной, который действительно связали слайды. Очень здорово. Да, вот такая вот забавная история. Ага. Не, ну котики замечательно, очень чистый тоже, очень такой задорный, благодаря цвету, да, дополнительному получился проект. И коты, конечно, милоши. Ага, тут композиции. Здорово. Кстати, на самом деле, как еще одна из идей, раз так здорово получается писать текстом, который был на обложке, может быть, пописать какие-то открытки. Да, допустим, вот с этим же котиком, если вот здесь вот под углом под ним, да, какую-нибудь там фразочку на английском, то это на стоках отлично зайдет. И для проекта тоже будет. Ну, как идея. Да, идея отличная, просто я решила вот конкретно в этот проект не добавлять пока, иначе еще одна неделя нужна на шрифт. Это да. Но зато это, возможно, очень сильно продвинет сам проект. То есть, если у нас будет, у нас замечательные котики, у нас есть замечательная идея, что котики играют. И здесь единственное, что просто может быть там, либо подобрать фразы, либо у чат GPT попросить фразы, какие-нибудь задорные фразы про котиков играющих, которые будут ассоциироваться очень сильно с людьми, да, может быть, даже фразы с двойным смыслом. И здесь просто можно даже собственный мерч выпускать, набор таких открыток и прям продавать их, потому что это очень крутое решение. Особенно если вот эту идею шрифта, которую вы возьмете, которую написали для обложки, будете использовать для вот этих вот композиций в открытках. Да, также поддержать какую-то динамику буквами. Это на будущее, если сейчас хотите отдохнуть от проекта, это вообще я понимаю, но... Нет, это отличный совет, потому что я действительно, можно не отдыхать, можно все-таки обработать. Я уже сделала мини-гарнитуру, и ее просто нужно вырезать. А, ну все, вообще, то есть только тут составить, вырезать, да. Можно Да. заморочиться, потом сделать алфавит и продавать на стоках как алфавит, да, тоже вариант. У меня была там мечта, и я обожаю типографику и хотела заниматься вообще на стоках именно шрифтами, но это, конечно, очень надо много времени. Но зато, с другой стороны, на креатив-маркете шрифты очень хорошо заходят, но это делать, если прям вообще хороший классический шрифт. Вот. Но, ой, анимация здорово смотрится, конечно. Ага. Ой, как классно получилось. Ну, кайф. Ну, вообще. Я в диком восторге. Это первый раз, когда я вообще иллюстрации именно в проект оформила, потому что до этого проекты были не связаны с иллюстрациями. Очень здорово смотрится вот эта шторка с котиком, да, что какой он был нарисованный, какой он стал в акварели. Этот котик прям звезда этого проекта. Самый такой задорный. Прям очень, очень очаровательно все получилось. Причем я вдохновилась нашими участницами и тоже сделала свой мокап, то есть это вот мой там стол, потому что на самом деле я не нашла идеальный стол рабочий, и мне легче было сфотографировать мой подоконник. И здорово, и как бы рабочее пространство, и результат замечательно. Это хорошо, да. Да, на самом деле, действительно, макапы иногда проще сфоткать свои. Да, для того, чтобы быстрее было. Ну и позиционирование понятно, да, что это может быть и корма. Все, мне тоже нравится очень светло, и по тональности все выглядит хорошо. Да, вот какие-то превьюшки, визитки. Очень здорово. Прям тоже. Я бы, блин, в какие-нибудь крупные эти, господи, ветклиники, зоомагазины обратилась с предложением. Главное найти, куда писать. Вот у них во всех корпорациях, во всех бизнесах есть какие-то отделы, которые крупные, которые занимаются маркетингом или коллаборацией, ну, то есть каким-то продвижением. И нужно просто найти человека, которому писать и которого заинтересовать. Почему нет? Можно попробовать.
Да, тоже Все проект. идеи очень смелые. Но на самом деле, вот, наверное, с психологом нужно обсуждать именно вопрос, а что делать, если тебе ответят? А вдруг мне напишут, Ну, как на самом спрашивают? деле, девочки, пользуйтесь моментом. Вот вы можете, пока у нас есть доступ к курсу, если вдруг кому-то что-то кто-то ответил, и вы не знаете, что писать, пишите в чат, мы уж не оставим вас без помощи, да, ну, то есть понакидаем идей, понакидаем там, что предложить, да, какой договор заключить, то есть стоит этим пользоваться, да, в то же время, если в клубе состоите, там этого же 100% мы не оставим без поддержки на такой истории. Здесь, да, на самом деле я понимаю, о чем речь, с психологом такая история прорабатывается, это, да, там много может быть причин. Но пока мы не начнем действовать в мире, да, вовне предложениями, да, нам и нечего будет прорабатывать, потому что у нас не будет обратки эмоциональной какой-то. Так, заработает у меня. А, заработала. Здорово, тоже анимация. Ой, как очень классно с этими вот лапками. Тут на самом деле просто вот готовый фирменный стиль, какой-то очень крутой, либо фирмы по производству кормов, либо там. Я не знаю, ветклиники, либо зоомагазина. То есть, ну, очень здорово. Буклеты. Мышка тоже замечательная, как отдельный, да, элемент. Тоже очень хорошо смотрится. А это два разных слайда, да? Или... А, это текст просто. Текст, да, он просто встал, как бы он тоже на белом фоне. Стандартно. Да, здесь с текстом единственное, что если есть возможность, я бы сделала два блока рядышком. Немножечко поуже сделать. Посмотрю, да, возможно, это. Да, чтобы Мне сидеть. тоже не понравилось, как он стоит, вот прям большой такой. Но здесь это можно сделать искусственно, то есть просто между блоками пробелов поставить побольше и сократить по 4 строчки. Это можно сделать прям непосредственно в самом редакторе. Да, и шторка здесь. Это просто еще одна шторка. Я не смогла это удержаться. Но там прям, Справишься с этим? когда крупно, и там видно, что краски вокруг, что это нарисовано вручную, прям обе шторки клевые, но там меня прям вообще впечатлило, потому что там Ну есть. да, да, в тему. А это просто вот я когда с этим наиграюсь, я уже стану это себя сдерживать. Понятно. Здоровский проект, прям классно получилось. До этого не оформляли, да, и не рисовали коллекции. Это получается. Коллекции, не, ну, то есть я, вернее, нарисовала и почти оформила, но не выложила, потому что это была первая проба пера, я была одна, без поддержки, то есть я вот, и это была вообще первый блин комом. По Турции я сделала интересную коллекцию, но я ее теперь знаю, как с ней работать, благодаря этому интенсиву. Ну, тогда мы ждем от вас еще коллекции, будем следить, смотреть. Обязательно делитесь в клубе тоже и этой работой. Просто замечательный проект, его обязательно надо показать. Не стесняйтесь, выкладывайте в ветку, да, посвященную у нас. Я художник, да, она называется, вроде как. Или вдохновение. Я художник, да, вроде. Вот туда можно скинуть ссылку и сказать девочкам, что смотрите, какой проект. Прям не стесняйтесь хвастаться, на самом деле это всех касается, потому что вы реально сделали крутые проекты, и надо их показывать, да, чтобы еще больше просмотров было на Behance, и чтобы девочки тоже вдохновлялись. Ну, грех такой просто не показывать, да? Хочу сказать еще отдельное спасибо за уроки по фотошопу, потому что это первая коллекция, первая работа, где я работала со смарт-объектами. То есть вообще, вот несмотря на мой бэкграунд, на то, что я, ну, много что знаю, но пробелы были большие, и очень классно, теперь я в курсе, для чего это нужно. Здорово. И на стоках пригодится обязательно. Так, сейчас я еще почитаю комментарии. Девочки пишут, что Настя пишет, да, коты роскошные, супер анимация. Настя написала, Катя просто залипла на шторке. Согласна тоже, шторка это прям очень здорово выглядит и очень подобрана вот именно идея, да, как подать. Светлана пишет, я смотрю, затаив дыхание, даже забываю комментировать, да и слов не найти, описать впечатления мои, восторг. Девочки, какие все талантливые и работоспособные. Это очень вдохновляет, когда вот так люди параллельно с тобой создают такие проекты обалденные. Анимация очень оживляет и очень современно смотрится. Да, я полностью согласна. Катя, спасибо большое. Может быть, какие-то Спасибо вам. вопросы есть или что-то хочется дополнить?
Только пожелать вам удачи с вашей школой, потому что это супер. Просто вот я ни разу не пожалела то, что писалась в этот интенсив. Спасибо большое. Будем работать дальше совместными усилиями, придумывать что-то новое. И до встречи в клубе. Катя, спасибо большое. Мы идем дальше. Спасибо. Так, дальше у нас Лида. Лида здесь? Да, привет. Лид, привет. Я не знаю, я что проект не открываю, у меня просто восторг каждый раз. Да, вот, девочки, вы такие молодцы. Лида, тебе тоже персонально. Я разглядываю твой проект, это просто вот готово. Я показывала, у меня подруга очень-очень много лет, больше 25 лет, занимается интерьерами, текстилем в том числе. Я хвасталась, показывала, каких красивых птичек, какой красивый ты проект оформила. И она прям тоже заценила, говорит, это прям готовая коллекция вот куда-то, да, в какой-то там дом текстиля, не знаю. Очень здорово. Сейчас все посмотрим. Ты писала, что у тебя твой внутренний перфекционист доволен. Расскажи немножко по поводу этого побольше. Очень интересно, как у тебя это вообще все уложилось и получилось. Но для меня этот курс интенсив, но это не просто как оформить коллекцию, для меня это вообще какой-то выход на новый уровень. Вот я писала, что мне это вот это прям вот для меня, вот мне по душе, потому что на стоке это ну, что-то там рисуешь, рисуешь, быстро выкладываешь как-то. Ну, честно говоря, особо я сейчас понимаю, что я не задумывалась даже. Ну, какой-то набор скорее. Вот, а здесь действительно, я, наверное, к концу курса поняла, чего от меня как вы хотите, что такое образ. Вот, мне кажется, сложился. Но, конечно, был момент, когда вот я оформляла превью, и я думаю, ну все, Лида, что-то, короче, толку из тебя не выйдет, короче, сворачиваемся. Вот если бы Наташа мне не позвонила, но для меня это было удивительно, когда она написала, да нет, все там хорошо, там все. Вот, и, ну, я очень довольна результатом. Вот, прям, я молодец, вот. То есть ты прям кайфанула, да, уже в конце, когда увидела полностью собранный проект, весь образ. Да. Ну, тут такого и не скажешь. Действительно, здесь можно сидеть и очень-очень долго все разглядывать. И такая тоже свежесть, и чистота подачи, и столько симиляров красивых, и как ты их подала на этих тарелках, на этом текстиле. Все замечательно выглядит, и бонус еще, ничего себе. Ну, как смотри, кстати, получилось, да, как свежо. Ничего не забито, да. Все очень подходит, геометрия. Так, Наташа еще что-то хочет сказать. Да, я хочу сказать, ну и по поводу Лиды и вообще других девочек некоторых, так забавно было наблюдать, такие, я ничего не могу, я ничего не умею, просто какая-то паника, суета начинается, и там типа через 2 часа выложила домашнее задание, и там просто восторг, я такая, серьезно? Ну, то есть, девчонки, понятно, что эмоционально напряжение идет, но на самом деле вы просто, да, мы все, да, иногда не представляем, на что мы способны на самом деле. Стоит только начать. Да. Но еще плюс сопротивление у кого-то от незнания, плюс еще шрифты, макапы, это все сложно. Вот на самом деле, вот напишите в чате, кому сейчас после курса. Понятно, что сложно шрифты и макапы, но хоть немножко изменилось мнение относительно этого. По шрифтам и макапам. Лид, ну у Но тебя я тоже? насчет шрифтов так скажу, что нужно изучать эту тему, потому что я понимаю, что это важно, вот, но я ничего не понимаю. Вытянула только благодаря Ксении, и то я не уверена, что правильно ли я поняла насчет вот этих подписей там на самих слайдах. Ну, в общем, хотелось бы, конечно, Ну, не знаю, какой-нибудь я как по по мне, этому помню. шрифт у тебя выглядит достаточно гармонично относительно слайдов. Не знаю, может, Ксения что-то прокомментирует, как с точки зрения профессионального графического дизайна все это выглядит. Всем привет. Да, у Лиды был вопрос, то есть как это, вот, то есть, например, в подзаголовке мы все написали заглавной буквы. Она говорила, что ей также в проекте надо выдержать все это. Я говорю, нет, это не обязательно. То есть мы используем везде один и тот же шрифт, а то, что у нас написано с маленькой и с большой, это уже как бы в проекте не важно. Главное, что один и тот же шрифт используем. И потом, почему, наверное, такой вопрос был? Потому что я многим написала, что когда все пишут с маленькой буквы, например, какой-то текст,
и они очень сильно уменьшают межстрочный интервал и выглядит некрасиво. У Лиды тут выдержан межстрочный интервал вот в больших текстовых блоках, и то есть читается все хорошо, все правильно, то есть так и должно быть. Вот. То есть если бы тут был бы интервал был уже меньше, я бы, конечно, уже сказала бы что-то. Вот. А так все правильно по тексту. Да, по тексту, ну, текст выглядит абсолютно гармонично, но у меня вообще нет, не вызывают никаких, да, отражений. Ну, из-за того, что он еще единственное, что центрован по центру, да, тут уже можно говорить о каких-то висящих строках, но я не знаю, насколько, Ксюша, вот прокомментируй, когда у нас по центру сделан текст, у нас мы обращаем внимание на какие-то висящие строки или нет? Конечно, в любом, да. То есть, да, там бывает в некоторых дизайнах люди пропускают эти моменты. Ну, например, просто я в газете работала раньше, и там вот в газетах все время, то есть это поэта били по рукам за это дизайнеров. И то есть даже вот если вот я вот вижу, то есть я вот английский плохо знаю, но вот, например, вот end стоит вот в конце строки, я бы его уже перекинула бы на следующую. Да. У многих там тоже эти а стоят тоже в конце текста, то есть я бы это тоже перекидывала бы уже. То есть это... Но я по ошибкам сильно-то не стала уже ничего писать, я, то есть по дизайну только вот. Не, ну да, но это просто для девочек есть такое понятие, сейчас коротко, что в каком-то текстовом блоке есть понятие висящие строки. Это что такое? Это какие-то короткие предлоги и дефисы, которые можно перенести на начало, да, чтобы условно, с точки зрения восприятия текста, лучше, когда здесь в конце строки стоит плотненький, да, текст, ну, слово большое, длинное. Не знаю. Про дефисы, кстати, вот наоборот, они говорят, это надо оставлять, надо оставлять. А я говорю, в дизайне другие правила, это выкидывать на другую строку, это некрасиво. Все. Да, То есть, согласна. например, в некоторых проектах, ну тут этого нету, так, это было возле, вроде бы у Катерины, у нее в некоторых слайдах, я не помню, по правилам там это или нет, были точки в заголовке, а в остальных слайдах точек нету. Вот. То есть надо его держать, или точки оставляем, или полностью убираем из проекта. И то есть в дизайне, вот когда вот у нас какой-то заголовок, можно точки не ставить. Вот запятые, восклицательные знаки, точки можно не ставить, все, отказывайтесь от них. Согласна полностью. Это еще идет с точки зрения американского восприятия текста, так как мы работаем на международный рынок, да, так сказать. Они вообще не любят точки. Для них это пережиток прошлого. Особенно, Угроза, угроза. да, они это реально воспринимают как эмоциональное насилие, если в конце заголовка стоит точка. Серьезно, так и есть. Почитайте статьи, это уже доказано. И особенно это просто, почему я знаю, это когда ведешь блог, и в блогинге в заголовках уже никто ничего никогда не ставит точки, потому что это прям реально воспринимается очень тяжело. Особенно иностранной аудитории, а так как у нас проекты такие, да, надо это выдерживать. Так, ну что, какие-то еще комментарии, видишь, лидин проект спровоцировал, но это на будущее, да, про висящие строки надо будет знать. Ну а так все здорово, я наслаждаюсь, хочется разглядывать, разглядывать. Замечательные получились фотографии, да, Лид, ты же сгенерировала, да, вроде? Долго ли у тебя заняло это время? Сколько? Да нет, быстро. Это я не помню. А, шедевр, да, это от Яндекса, по-моему. Он хорошо делает. А вот ВКонтакте есть кто-то Кандинский, там что-то не очень. То есть ты просто написала какой-то промпт, выбрала, да? Да, ну я прямо описала, что мне нужно, чтобы стол был накрыт, белая посуда, белые скатерти, за окном желтые цветочки. Все понял. Вообще здорово. Как вот, да, все-таки плюсы есть от искусственного интеллекта, помогает нам оформлять красиво наши проекты. А тарелочки это макап. Здорово. Ну, на самом деле, фантастический проект получился, очень свежий. Ты настроена оформить какие-то свои старые коллекции в проект? Или будешь новые уже создавать? Ну, скорее всего, новые. Не хочется старые. Не хочется? Не хочешь? Вот у тебя была коллекция таких в голубых оттенках, с птичками тоже, с растительностью. Ну да, я тоже о ней думала. Ну, это единственное, наверное. Но туда, ну, ее нужно доделывать. То есть вот изменилось, да, у тебя впечатление о коллекции, что теперь ты понимаешь, Ну что... да, я просто теперь понимаю то, что я ее нормально, вот как мне нравится, я ее не смогу показать. Вот, во всей красе, поэтому там нужно какие-то элементы доделывать еще.
Но это здорово. На самом деле, один из главных, да, результатов этого курса – это вот как раз то, что меняется весь подход к коллекциям, и теперь любые стоковые коллекции будут создаваться абсолютно по-другому. И очень здорово, что такой у нас результат получился. Так, я сейчас спасибо вам. Еще комментарии тут накидали. Настя пишет: Ксения теперь тоже нас всех в лицо обложек будет видеть за версту. Так, Настя пишет: просто огонь, Лида. Света написала: Аня, как хорошо, что вы придумали такой курс. Мне кажется, каждый поток проходить. Да, ну вот да, у нас Лена Молгина третий раз, Настя второй раз. Это действительно курс, который можно постоянно проходить. А Настя пишет: Лида, наша нежность нежная, постоянно суперсильный стиль феи. Катя пишет: невероятно приятно смотреть на коллекцию Лида, шик, захватывает дух, отдельный восторг от макапов. И Настя написала: Лида, ты большая молодец. Я из-за вас сажусь и делаю такие офигенные проекты. Света пишет: вау-вау-вау, у всех. Так, Катерина, шрифты теперь висячие иначе. Я их подбираю не по своему настроению, а по настроению линии элементов. Но стороннее мнение бесценно. А, это относительно проекта Катиного, понятно. Так, и Настя пишет: у меня было на этом интенсиве сопротивление макапам. Я понимала, что по СД я не найду то, что в голове. Поэтому все были фото. Но Наташа мне такой подарок сделала, макап, который я сделала шторкой. И все так классно получилось. Ну да, это я спрашивала мнение относительно макапов и шрифтов. Здорово, что да, восприятие как будто бы легче стало, что не должен быть обязательно макап в формате PSD, а что он может быть в формате просто фото, даже своего фото. Так, Настя пишет: я в какой-то момент просто села делать, как чувствую, я не понимаю, как надо, и вот кайф, когда Наташа говорит, все хорошо. Да, это, мне кажется, здорово. Мне кажется, это в обе стороны, когда и с Наташей мы тоже обсуждаем, она там к чему-то цепляется, я ей говорю: нет, оставь, все нормально. У Наташи тоже облегчение, она вам идет его тоже передавать. Да, какие-то моменты мы не трогали, допустим. Настя пишет: голубую коллекцию нужно прямо оформить, это же любовь. Про коллекцию старую у Лиды. Все голосуют. Поэтому, Лида, если будет желание, время, будем ждать твою коллекцию. Хорошо. Спасибо большое. Спасибо большое. Замечательный проект. Мы идем дальше. Так, дальше у нас Марьям. Так, Марьям, привет. Можно я скажу? Да. Всем привет. Мы обложку еще не доделали. Да, будем не еще доделали. Допиливать. Да, у меня там просто план банан, как Наташа говорит. Я хочу обложку доделать, а потом мы будем добавлять иллюстрации. Понятно. Как вообще в формате обучения по обложкам? Ксения же давала уже, да, обратную связь по обложке. Мария, да, как? Один раз она дала обратную связь, я внесла правки, но нужно делать еще. Но дело в том, что у нее обратная связь у Ксении до 25 числа, а мне хотелось уже, чтобы это у меня проект был на разборе. Поэтому я его выложила на Behance тоже. Здорово. Ну, слава богу, что у нас на Behance мы можем менять все вообще, да, проекты, слайды. Да, я в чате предварительно уточнила, что можно вносить туда уже изменения, слайды заменять. Вот, это, конечно, преимущество. Потому что это, с одной стороны, есть ощущение завершенности, и это, безусловно, очень-очень радует. А с другой стороны, это, я понимаю, что можно еще исправить. По крайней мере, перед тем, как выложить на Creative Market, я надеюсь, что все-таки еще несколько проектов, потом можно будет уже регистрироваться там. Вот. Я сделаю все по красоте. Хорошо. Ну, на самом деле, действительно, вот такая точка финальная, она очень сильно нужна, да. И вот девочки, кто, допустим, сейчас еще не завершил, завершайте и выкладывайте хоть в каком-то виде, да, на Behance. Дальше уже можно редактировать сколько душе угодно, потому что это даст ту самую энергию, необходимую для дальнейших действий. На самом деле здорово. Это очень большую энергию дает. Да. То, что проект завершен, вот именно ощущение результата от проделанной работы, этот интенсив полностью оправдывает этот термин «интенсив». Это был очень интенсивный интенсив для меня, по крайней мере. Вот, и как я писала в чате,
На самом деле я понимаю этих девочек, которые приходят сюда уже не первый раз, там второй или третий. Вот. Я бы через некоторое время, освоив больше Photoshop и другие технические моменты, потому что с тем же самым Behance там тоже надо разобраться. Вот. Я бы, наверное, просто пришла потом спустя время, наверное, уже больше с творческой точки зрения общаться. Вот так красиво или так, сяк лучше или эдак, ну вот в таком плане. Вот. Ну, а на данный момент я довольна, но я понимаю, что как бы здесь много, наверное, что еще можно было бы доработать. Он не такой шикарный, как вот у предыдущих девочек. Вот. Ну, я думаю, что опыт у всех разный, это как бы дело наживное. Прошу прощения. Вот. Ну, мне пока не совсем очевидно, что нужно добавить там или объединить как-то их между собой. У меня пока больше просто отдельные слайды, и все. Но это все равно очень хороший результат, с учетом, да, что действительно ты правильно сказала, у всех разный опыт и разный бэкграунд, да. Ты можешь немножко рассказать о своем, что у тебя был большой перерыв, да, и что ты только возвращаешься на стойки. И тут, Ну, да, вопросы по там, стилю у нас больше были. полугода не рисовала. Да, больше полгода не рисовала, а тут уже оп, и готовый проект. И он стоковый, он универсальный, он подходит и на стойки, и на креативные магазины. Мне кажется, это офигеть, какой классный результат. Да, потому что тоже комментарии, которые мы тебе давали и на разборах, и Наташа, ты ко всему прислушивалась, да, и все сделала максимально от тебя зависящее. Ксюша, хочешь сказать что-то? Да, я просто не знаю, как тут руку поднять, А, поэтому машу. тут есть где-то реакции, по-моему, внизу или Да наверху. вот, смотрю, что-то ничего не вижу. Я хотела ответить, во-первых, нет, проект очень хороший, то, что, я так поняла, Наташа вам не успела, да, дать эту обратную связь? Вот. Один раз она успела, А, ну, вот, я исправила. Но, выглядит возможно, хорошо. она бы еще что-нибудь добавила, но уже все. Ну, наверное, да. Вот, я хотела отметить, как классно фотографии подошли к этому проекту. Очень стильно и красиво они выглядят, сочетаются прям. И я когда это увидела, я подумала, я не помню ваш Инстаграм, если честно, но, может, мы подписаны друг на друга, не помню. Но вот, если вы будете это выкладывать в Инстаграм потом, обложку этого проекта, вам надо на фоне красной стены потом от себя фотографировать, потом еще какие-то рисуночки отфотографировать, чтобы вот линия прям выстроилась вот в Инстаграме красиво, чтобы прям как бордовая такая вот линия была, контрастная. Акцент, чтобы кто-то обратил внимание на вас. Ну, это перешел в профиль. Значит, мне похоже, это стоит эту стену отфотографировать мокапы с этой стеной. Да, вообще очень красиво, да, и очень стильно. То есть у вас там и как и образ ваш, и то, что вы за ноутбуком сидите, это все делаете, очень все сочетается, все красиво. Да, Спасибо. здесь очень Спасибо. красиво. Я вот больше на акцент на фотографии, на создание самих слайдов делала, чтобы Наташа успела проверить их. Там я там в притирочку все. Вот, у меня так вышло. Тут еще что-то прихворало. Ну, вот, не суть. А фотографии я ей не показывала. То есть, как бы там в первых уроках на первой неделе мы их или на второй, или там делали сами снимки. А вот уже в проекте, в слайдах я их не показывала. Такая крутила, вертела, думаю. Вот мне кажется, золото изначально мы хотели добавить, а когда по факту его положила, оно что-то как-то не легло сюда. Оно, ну, не знаю, то ли либо слишком тонкий контур у этого золота, ну, золотых цветов, там, элементов, то ли чего, но как-то вот они не очень легли, и уже не с кем посоветоваться. Не-не-не, очень стильно. Не надо золото, я считаю, не надо. Извиняюсь. Лишнее, да, будет. На самом деле, как все-таки, да, мы рисуем коллекции, все-таки исходя из своего какого-то темперамента, своих ощущений, своих любимых цветов, да, вот неспроста бордовая стена и такой бордовый тон фонов, да, и в коллекции вообще этот цвет идет такой нитью через всю коллекцию, да, вот все как это как будто бы специально, да, подбирали фон стены к проекту, а оказывается наоборот. У нас проект был создан от темперамента, видимо, да, цвет здесь тоже основополагающая история. Это очень здорово, как Это получилось. случайная стена. Это не случайная стена, на самом деле. Мне кажется, что выбор, да, любой наш выбор, он не случайен. Он всегда идет изнутри. Да, Это была бы стена во случайная. временной, в съемной квартире. Она случайная. Ну, не сняли бы, наверное, квартиру без такой стены, правильно? Наверное, не сняли.
Значит, когда-то этот выбор привел к тому, что эта стена сейчас в этом проекте. Или проект создался от того, что постоянно смотришь на эту стену. Здесь все равно есть какая-то взаимосвязь, как мне кажется. Вот. Но здорово, что все это собралось воедино, да, что и тема такая, да, и элементов много получилось. И на самом деле здорово, что здесь есть какая-то такая своя изюминка, да, потому что мы смотрели проекты, похожие на креатив-маркете, да, и там вроде об одном и том же, но сделано абсолютно по-разному. И вот это самое ценное, да, это как вот Настя сегодня писала, Попова, что вроде рисуют все одинаковые темы, да, а выглядят вообще по-разному. И это очень здорово, это стоит вот всю вот эту стилистику в себе культивировать свою, да, и использовать в следующих проектах и подход по рисованию, и подход по стилистическим решениям, по цвету и так далее, и так далее. А подход по технике рисования пойдет такой тоже, да? Конечно, почему нет? Здесь мы можем только рассматривать с точки зрения ощущений. Если что-то самой не нравится, можно смотреть, как это можно улучшить или нарисовать по-другому. Но смотреть на такие трансформации через свою призму, как это будет выглядеть в вашем стиле, в вашем проекте и так далее. Да, то есть, конечно, мы же, когда много рисуем, все равно наш стиль трансформируется, что-то улучшается. И здесь это такой естественный процесс, от него никуда не деться. Поэтому и так и эти иллюстрации, они коммерческие, отлично, все симуляры проработанные, все нужно обязательно загрузить на стоки. Ну, то есть проект, да, он почти завершен, осталось поработать над обложкой, а так-то все есть. Несмотря на сложности, несмотря на то, что большой перерыв, несмотря на то, что большие там технические моменты, которые, да, разбирались, я считаю, что это очень хороший результат, отличный просто. Спасибо большое. Для меня на самом деле это как бы, наверное, может быть такой мысленный или по ощущениям внутренний прорыв, что «О, я могу! Ого!» Вот это да, потому что после перерыва тоже, да, мне казалось сложным, наверное, отрисовать вообще коллекцию для стоков, ее загрузить. А тут я нарисовала, ассимилировала еще там вот эти все там слова от репутации, все это подобрали, и еще и проект сделали. И еще и параллельно я смотрела уроки, некоторые я пересматривала и конспектировала. Понятно, что со временем-то как бы это уже не нужно будет на это тратить время, но получается за 3 недели можно это успеть, да? Ну, где-то, конечно, тут это жертвуя сном, ну, интенсив на то и интенсив, наверное. Конечно, и все эти процессы, если не остановиться сейчас, а дальше уже самостоятельно пробовать оформлять следующие коллекции, все эти процессы будут только убыстряться. Это 100%. Да, и были периоды у меня, и там, когда можно было и по 3, и по 4 проекта делать в месяц. Вон сейчас девочки у нас в клубе выполняют мотивацию 3 проекта на КМ. Да, это тоже... Это все, когда встает на рельсы стоковые, все быстрее намного делать. Технические всякие моменты отрабатываются, да, скорость, она придет. Здесь даже не стоит переживать из-за этого. Остается чистое творчество. Да, в какой-то момент, да, чистое творчество и останется. Остается дорасти надо до этого уровня, чтобы оно шло потоком. Я сейчас зачитаю еще. Я очень рада, что пришла на интенсив, очень. Ну, то есть вот этот проект, он как бы, ну, с вашей точки зрения, он готов, его все можно вообще выкладывать, ну, там, обложку еще доработать. Да, И да. вот подобные проекты, они уже годятся. Да, да. Дальше мы уже... Не только для Behance, но для креатив-маркета тоже годятся. Да, да. Дальше мы уже смотрим просто на разнообразие, да, вот где-то там шторки, анимации, и то это даже не обязательная история, это уже так... в формате развлечения, да, и что-то, каких-то новшеств. А так все, у нас есть ответ на заданный вопрос. У нас есть образ коллекции, представленный через какую-то определенную нишу. И у нас есть результат. И все здорово, все здорово выглядит, все можно продавать, загружать и так далее, и так далее. Первый Супер. коммерческий проект Спасибо. На Behance. Действительно так, это очень-очень классно. Я сейчас зачитаю Спасибо. Еще комментарии. Настя пишет: «Марьям, молодец, что выложила. Поправить всегда можно на Behance». Поймала себя на мысли, поймала себя на том, что сижу и улыбаюсь. Очень здорово. У нас действительно такой получается эфир с вами, что мы видим результаты, и здесь невозможно не улыбаться, потому что офигеть, какие результаты. Это действительно. Светлана пишет: «Для меня
Даже просто понаблюдать за этим процессом огромный опыт. Круто. Настя пишет: Марьян, супер, вышла, ты молодец. Так, Катерина. Спасибо. Катерина пишет: мне очень нравится, пуансеттия шикарная, очень приятная графика, ощущение такой приятной текстуры. Кстати, да, это очень ценное замечание, Катерина, спасибо, потому что они как будто бархатные получились, да, вот из такого рисования, вон, девчонки все кивают, так и есть. Настя пишет: инста взорвется, фотки огонь. И Настя пишет: это будет А я, классно. кстати, мало себе фотографии выкладываю в Инстаграм. Вот, Там можно что-нибудь. начинать, вот готовые есть фотографии. Ну, а теперь я знаю, у меня есть стена. Да? Ок, вообще. Настя пишет: я вообще не чувствую перерыва, я думала, Марьям рисует и работает на стоке. Во как. И Настя Попова написала: это будет классный импульс для дальнейшей работы. Молодец, Марьям. Спасибо, девочки. Я, ну, пользуюсь уж моментом, быстренько со своей стороны скажу, что мне, ну, все равно же, да, люди как бы ищут что-то, то, что кому-то что-то подходит, не подходит, где-то там по энергетике свой там или не свой там человек. Вот. А я хочу сказать, что мне интенсив, он не только дал пользу, вернее, он мне и дал пользу, и мне еще очень нравится, как здесь подобрана команда, и Анна, и Наталья, и Ксения тоже, вот пусть на третьей неделе, да, в самом финале буквально мы стали общаться. Мне нравится структура курсов, динамика, и мне нравится алгоритм. Я человек, которому мне удобно так, когда вот так вот разложено по полочкам, есть последовательность. Может быть, это не очень как бы сильно так творчески, без там каких-то там разговоров в каком-то великом вдохновении, но мне, на самом деле структура даже в творчестве, она, не знаю, упрощает или приводит к результатам, на мой взгляд, так. И мне это близко, и прям вот я кайфую от того, от уроков, которые вот были, что я там год назад в Токио на старт я проходила, и сейчас Наташа тоже вела, вот прям четко, последовательно, без всякого там перескоков туда-сюда, очень классно, мне заходит. Замечательно. Я ни капельки не пожалела. Все супер. Да, Спасибо большое. Я вот одна, на самом деле, я бы точно не справилась. Наверное, даже вот без обратной связи я бы дольше там пурхалась туда-сюда. Вот. А тут все получилось очень динамично и есть результат. Я очень довольна. Марьям, спасибо большое за теплые слова. Как сказать, в поддержку девочек, которые без обратной связи. У нас замечательные получились проекты у девчонок, которые без обратной связи. Тоже сходите, посмотрите, что мы не видим в эфире. Тоже очень классно. Результаты, возможно, как раз из-за структурированной подачи. На самом деле, ты раскрыла очень такую интересную мысль. У меня есть такая идея, что если творческого человека загнать в какие-то определенные структурные рамки, творческий человек в этом плане расслабляется и раскрывается еще большими идеями в творчестве. И ты почти про то же самое сказала, и это как основа всех моих курсов и подача информации. Для того, чтобы было вот это вот спокойствие, ощущение безопасности, понятных действий, и при этом у творческого человека возникает еще больше идей, рождается еще больше творчества. Вот. И тут же, получается, на основе вашего опыта уже продуманы не только структуры, стоп-уроки. То есть мы в самом начале продумали практически все. Вот, про все продумали, все написали, а в конце уже собирали. Вот, если бы, допустим, не стопорили технические моменты с программами и там всякими регистрациями, вот, то как раз-таки всю неделю можно было бы собирать проект и спокойно его обсуждать. Наверное. Ну, все у нас из опыта. Все-таки курс образ коллекции, третий поток, и он уже на третьем потоке тоже преобразовался, и после второго, после первого потока он преобразовывался, и после второго, да, и сейчас он уже имеет какой-то более завершенный вид, но все стоп-уроки и все, что, где мы вас тормозим, это всегда после опыта какого-то. Да, потому что если где-то не затормозить, девочки берут последние уроки, смотрят, делают только последние задания, а потом спрашивают, почему не получилось. Поэтому и есть стоп-уроки, они очень сильно важны для того, чтобы не торопились. У нас же все хотят побыстрее, побыстрее, поэтому Да. это Я прям. тоже уроки по фотошопу такая, ну, ладно, потом посмотрю. Я их на последней неделе смотрела, перед тем, как верстать. Такая, что? Монтажная область? Понятно. Возвращаюсь назад. Вот еще. Монтажная область — классная штука. Раньше я про нее не знала в фотошопе.
Да, классная, классная история. Все заценили этот урок. Спасибо большое, Наташа. Тут еще Светлана дополнила в чатике. Да, мне тоже очень нравится структура на курсе. Я не сразу поняла и оценила, зачем так строго. Но это реально не зря оказалось полезным. Да, у нас ничего не бывает просто так. Для того, чтобы был результат, и для того, чтобы было потом какая-то самостоятельная дальнейшая работа, не просто сделать за вас и дать вам все идеи. Сколько мы тоже там с Наташей работали там на первом курсе, на втором, где я там торможу и говорю, не надо за девочек придумывать, а нужно, чтобы они сами работали. Это такая, знаете, внутренняя работа тоже колоссальная происходит, не только у вас, у нас тоже с точки зрения преподавания. Поэтому мы учимся вместе с вами чему-то другому, да? Вы учитесь тому, что мы знаем, а мы учимся какому-то другому уровню там преподавания и так далее. Такой у нас общий разговор получился, да, о курсе. Марьям, спасибо большое за комментарии и за прекрасный проект. Да, доделываю его. Я уверена, что с обложкой все тоже получится. И посмотрим уже, когда она будет загружена. Я зайду посмотрю. Спасибо большое. Всем Спасибо. спасибо. Мы идем дальше. Так, дальше у нас Лейла. Так, Лейла, привет. Привет. Ну что, как дела? Все ли ты успела? Что задумала? Ну, я немножко последнюю неделю притормозилась и... Ну, я вообще в купе шла немножко медленно, и на последнюю неделю мало времени осталось. Вот, поэтому вот эти вот слайды я уже делала без обратной связи. Пока еще ничего мнения не слышала, и не знаю, у нас не понимаю, пока еще вообще это нормально, ненормально. Стоит вообще такое грузить или нет, но я все-таки это все загрузила на Behance, чтобы оттуда легче было смотреть на разборе. Да. Ну и так, конечно, для себя галочку тоже, пусть он совершенно, ну там еще много что надо делать и переделать, я подозреваю, но, по крайней мере, что-то уже загружено и какой-то промежуточный результат уже можно отметить. И это, конечно, очень мотивирует. Мощница, поздравляю. Да. Конечно, на самом деле здорово, действительно, что все загрузило для того, чтобы мы посмотрели. Все-таки как-никакая точка уже где-то поставлена, теперь мы там вносим какие-то правки и, по сути, да, тоже завершаем проект. То есть уже вот такая вот загрузка, она нам дает стимул все это доделать и закончить, потому что уже, по сути, это в общем доступе. А по поводу обложки Ксения давала обратную связь? Нет. Я не Ну, знаю. я не знаю, может быть, сегодня что-то еще было отвечено, но я не увидела. Да. Ну, в общем, я ее не так давно выложила и даже, по-моему, ее меняла уже несколько раз. Ну, в общем, пока мы не обсуждали ее. Понятно. Ну, если что, Ксения может, если хочешь сейчас прокомментировать что-то в формате голоса, сразу будет. Да, у меня есть что сказать, я просто еще не написала, и я просто смотрела референции после вот этой обложки. У меня просто какой вопрос, и зачем я искала референции? У нас написано не винтажные розы, а написано викторианские розы. А викторианские у меня сразу же другое представление, то есть это викторианскую рекламу я хотела посмотреть, когда, ну, в викторианское время она, как она выглядела, какой там шрифт использовался. И то есть я когда посмотрела вот эти вот старые плакаты, и то есть там совсем не такие другие шрифты использовались, и немножечко все там позагруженнее было, то есть плотненько в плакате показывалось. И вот я хотела спросить, мы как сейчас будем дорабатывать вот эту обложку, или мы что-то будем к новому двигаться? Вы просто написали, что у вас это не щелкнуло, вот эта обложка, что она вам не сильно понравилась пока, то есть вы не знаете, как лучше ее довести. И я подумала, что, может, мы в какую-то другую степь уйдем, если у вас есть время на все У это. меня есть время без проблем. Главное, в дедлайн уложиться. Я даже больше, ну, по поводу иллюстрации сомневалась. Мне сами иллюстрации не очень нравятся на обложке. Нет, иллюстрации меня не смущают. Я с вами согласна, что нужно показать и розы, и узоры. Это металлические предметы. Вот, просто мне кажется. То есть надо как-то поплотнее все это делать. А вы это рисуете на планшете или в акварели? В акварели. А, в акварели. Вот. Ну, просто о технических способностях лучше узнать. Можно будет как-то там еще дорисовать какие-то элементы. Ну,
Вот. То есть, я думаю, надо, да, шрифт немного менять и что-то. Ну, хотя можно и с ним поработать. Ну, просто вот в викторианское время такой шрифт не использовали. Вот. И то есть тут, когда девушка писала одна, что я раньше шрифты брала по настроению. По настроению это не получится. То есть надо какая-то, чтобы отсылка была. Вот, например, тут есть Светлана Сафина. Все видели ее Инстаграм. То есть там у нее отсылка идет к винтажу и ретро. То есть надо использовать от определенного конкретного времени шрифты, то есть засечками. То есть если бы у нее был бы винтаж 60-х годов, то мы бы использовали другой бы шрифт уже. Вот. Если бы 90-х годов, это тоже мы там другой бы шрифт использовали. То есть 90 уже тоже винтаж. Вот. А тут викторианский, то есть это определенный отрезок времени. И то есть там другие шрифты используются, есть другая техника. То есть там не через минимализм все подавалось. Вот. И то есть если вы хотите оставить все в минимализме, то мы будем работать с этой обложкой. Если хотите более викторианское, надо сносить этот шрифт, я Ну, думаю. мне очень интересно, потому что я так глубоко не задумывалась. Я даже не представляю, какие же там шрифты. И мне интересно попробовать, Ну, конечно. я вам В подобрала, любом да, случае, примерно. всегда можно вернуться к предыдущему варианту, это же не проблема, но это интересно. Да, Ну, у меня все. да, спасибо большое. Лейла, тоже можно это пробовать довериться, пойти в новый опыт, посмотреть стилистики, которые предложили, да, и доработать. Возможно, это задаст какой-то тон потом и дальше шрифтам, которые будут использоваться в основном проекте, да, то есть здесь главное, уже есть какая-то информация, есть уже какая-то находка по композиционным решениям, да, и здесь уже действительно можно вообще в целом потом плясать от всей обложки в оформлении проекта. Вот, картинку генерили? Нет, это на Unsplash, по-моему, сайт, с него скачивала. То есть такая прям, да? Но она генерированная, по-моему, она Да. да, и искусственного интеллекта. По-моему, там было отмечено так. Я немножко тон меняла, и все остальное. Поняла. Здесь я, если брать такую историю по коллажу, да, то есть такое может быть, я бы что сделала? Я бы немножечко чуть-чуть увеличивала, отцентровала бы две вот эти вот композиции, потому что сейчас немножечко они не по центру, да, стоят, если линию провести. Там вообще миллиметры, но там видно. Чуть увеличила и подняла бы стол в уровень с вами. Возможно, здесь немножечко хочется добавить пола, можно штампиком дорисовать и чуть обрезать потолок. Чуть-чуть сгармонизировать, много слишком пространства. Хочется его здесь чуть добавить и выровнять, да, эту историю, чуть увеличить орнамент для того, чтобы прям он сильно откликался, да, перекликался с этой историей. Это что касается по этому элементу. По поводу элемента, который у нас есть, да, у нас нужен такой слайд, окей, фотографии. Фотографии можно еще немножко крупнее, и какую историю хочется тоже дать в обратку. Если у нас где-то здесь появляется какой-то отступ, да, вот, допустим, от листиков, он должен быть здесь поддержан везде во всех слайдах. То есть вот здесь рамочка идет, и хочется тогда фотографию выровнять по этому отступу, да? Может быть. Фотографии не натянулись. Да, я понимаю, именно вот два фото ни туда, ни сюда, третья не влазила. А вы можете, знаете, как сделать? Можно одно какое-то сильно увеличить, и пускай одно будет прямоугольное, а второе рядышком с вами. То есть можно скадрировать фотографию так, чтобы она стала прямоугольная и крупная вместе. А, все, поняла. Да, убрать немножко сверху, например, сделать Да, под допустим, и увеличить. Да, вырезать все. Мне правую. вообще такое в голову не пришло. Ну, это да, а этот можно не кадрировать, да, оставить с этой стороны. Главное их растащить немножко и выровнять по нашему, который есть. Ну и, соответственно, все остальное тоже проверить. По поводу строчек, сегодня мы смотрели много проектов, где очень красиво любые подписи выглядят просто в строчку. Да, можно сделать просто крупнее, да, может быть, написать там все заглавными буквами, не знаю. Можно, конечно, и оставить одну заглавную, остальные строчные, но главное, чтобы у нас, как мне кажется, в этом проекте будет тоже хорошо в строчечку все. Мне приходило в голову так, но да, один из вариантов. Просто строчкой все написать. Здесь тоже хочется выровнять по нашим отступам, чтобы да, везде было у нас одинаково. А так, в целом, пример такой может быть.
Да, здесь тоже в строчечку. Но здесь такие остались нюансы, да? Нюансы, и шрифт там будет зависеть от того, что вы там с обложкой сделаете. И здесь тоже бы я бы растащила по отступам. Может быть, чуть воздуха бы дала бы между элементами. Тут плюс еще наслоился отступ свой бихановский, потому что я не переделывала под бихан. И там вот эти вот отступы его получились. Ну, как, так как слайд сам маленький по размеру. Вот. Я его просто закрасила тем же цветом. Ага, и, Лейла, смотрите, везде надо выровнять по высоте, то есть кегль шрифта, сделать везде одинаковую высоту шрифта. То есть если мы здесь сделаем маленький, то здесь должен быть маленький. Да, то есть везде размер шрифта выдержать нужно. Это как лучше сделать? Просто записывать, ну... Вспоминаем, да. Смотреть, сколько там было в этом, в характеристиках, цифру, да, и да. Все везде так использовать. Цифру, просто... Или даже размер между буквенного пространства, если мы где-то добавляем, да, то есть у нас стилистический шрифт должен быть везде решен одинаково, тогда он в коллекции тоже смотрится очень хорошо. А плюс я бы здесь добавила розочку вашу, вот эту вот нарисованную, вот эту красивую паттерна, пускай она здесь так красиво лежит, а то это пока выглядит как немножечко инородная, тут еще шестерочка какая-то затесалась, да? Да, что-то, да, это было уже так в полу этом. Понятно, в полудреме. Вот. Ну и здесь тоже, да, мы выравниваем шрифт в плане размера маленьким, да, можно сделать. И, ну и, конечно, гармонизируем текст. Здесь бы я бы цветочек, может, немножечко подняла. Вот. Ну и выравниваем все. Ну, то есть есть с чем еще поработать, и я уверена, что вы это делаете, и все получится красиво, да, потому что красивый проект, надо его просто доделать. Да. Так, вот Елена пишет, красивый проект получился. Настя пишет, Лейла очень мило выходит и винтажно. Так, Наташа пишет, можно по центру добавить между двумя узор. Наташа, ты про что говорила? Это про фотографии процесса. Елена Малгина дальше пишет, что орнамент по вертикали можно пустить по бокам, например. Кстати, да, может быть, как идея. Ага, ну то есть, да, тут еще можно, я думаю, что никто не будет против из преподавателей, если вы будете спрашивать совета в чате еще какое-то время, да, как еще лучше, что посоветовать, потому что девочки уже с опытом на курсе, если у кого-то будет какая-то идея и ресурс помочь, да, посмотреть, дать какую-то обратную связь, я думаю, что тоже можно этим воспользоваться. Поэтому я думаю, что не надо сейчас уходить прям в самостоятельное изучение еще после обучения, вот какое-то время на самом деле, и добивайте свои проекты, да, чтобы был какой-то еще взгляд со стороны, да, между одногруппниками хотя бы. Ну и, конечно же, в клубе тоже можно спрашивать, почему нет. Лейла, да. Как состояние, как настрой? Есть настрой все доделать? Есть такой настрой, не знаю, правильный он или нет, взяться за коллекции, которые уже закончены и загружены, которые по симулярам уже вообще там готовы, есть из чего выбрать, а не сидеть еще крутить и крутить. Из них выбрать вот самые лучшие и просто заняться именно оформлением, не распыляясь. Вот у меня сейчас такое желание есть. А к этому проекту, конечно, я тоже хочу вернуться. Нет, но сейчас еще по горячим следам, конечно, пока есть какая-то связь, я хочу добить вот эти вот нюансы. Но все равно тут у меня еще в голове, что и симуляры недоделанные, и паттернов мало, и бордюры не показанные. Ну, в общем, тут, конечно, можно еще застрять надолго, но мне как-то хочется еще параллельно вот какой-то уже более ассимиляренный проект. Пускай там акварель прошлогодняя будет, например, но вот на нем именно потренироваться оформлением, потому что вот сейчас я наконец-то переборола в себе вот этот вот технический путь, который меня очень стопорил и тормозил. Вот. И сейчас хочется как-то больше, ну, задумываться по творчеству, уже опираясь на эту технику. Вот. Поэтому пока вот такие мысли, ну, не знаю, как получится. Лейла, у меня еще есть небольшой совет.
и такое напутствие. Я, так как уже давно мы с вами работаем, мы в клубе, я много разборов, уже немножечко изучила вас, вашу психику, как вам удобнее, как неудобнее, да. Есть такая история, что хотите много, да, много всего, ну вот, яры, да, и все нарисовать и так далее. Попробуйте поставить себе в качестве эксперимента сейчас такую историю, что проект может быть сделан даже без всех симиляров и даже с небольшим количеством элементов. То есть к чему я это? То есть попробуйте доделать вот эти все правки, которые мы сейчас внесли, да, с эфира, там, переслушайте по оформлению, доделайте с Ксенией обложку и просто позвольте себе иметь недоделанный проект по всем количествам симиляров. Вы, возможно, симиляры потом доделаете, но сам факт, что оформленная коллекция может быть не со всеми симилярами и не с всем, чем там дорисованным, да, что у нас там в голове. Вот попробуйте. Завершите просто до конца этот проект, и пускай это будет ваша такая маленькая отправная точка вот в работе с тем, что мы и сокращаем элементы в наборе, да, и можем позволить себе не все просимилировать, да, и вот в ту сторону наша работа немножечко должна. Попробуйте. Да, да. Хорошая идея. Я примерно в том ключе и имела в виду, что уже просимиляренные темы, я просто выберу там минимум самых лучших симиляров, и я не буду на это время тратить. И уже просто оформлением сразу заниматься. Изначально знаю, что я там не делаю куча-куча всего. Вот. Но этот проект, конечно, да, надо доделать. Вот. Да, ждем. Лейла, спасибо большое, что показали. Спасибо большое. Да, спасибо. Идем дальше. Так, я еще хочу почитать тут комментарии. Света пишет: я еще хочу поблагодарить за вебинар и обратную связь от Ксении, и что до 25 числа есть возможность. Не придавала шрифтам значения, но действительно, если подходить серьезно к проектам, это важно. Может, Ксения нам курс по шрифтам сделает? Сколько запросов к Ксении на курсы, да? Подождите, не все сразу, девочки, да? У нас формат преподавательства тоже это переходим плавненько. Мы с Ксенией кое-что готовим для вас, но я понимаю, что вы хотите все и сразу. Дайте нам время, вот можно мы так скажем. Так, мы идем дальше. Так, у нас дальше Валентина. Сейчас я открою. Одну секунду. Да-то я потерялась. Я. Привет всем. Привет, привет. Мой маленький Франкенштейн, не готовый еще. Ну что, сейчас все посмотрим. Да, обложка вообще третья. Мы с Ксенией пробовали, ну, у меня была обратная связь. В общем, я получила обратную связь, начала что-то править, потом думаю, надо пересмотреть еще эфир с Ксенией. Пересмотрела эфир, думаю, ну-ка я сейчас еще третью попробую. И приделала ее. Тут еще полосочки пошли по проекту. Мне очень нравится, кстати, как это вяжется. Как графический элемент, вот Ксюша тоже кивает, очень хорошо связывает слайды. Да, такая вот незначительная деталь, но она очень все собирает. Очень здорово. И вот, Валентин, небольшая, вот я бы вот здесь подтерла по границе рамочки, да? У нас не вылетала, да, история. Очень хорошо, когда здесь, я бы здесь вот на листике рамочку бы стерла бы тоже. То есть где-то мы прорываем пространство. Да, а где-то убираем лишнее. Здорово, что здесь нет в конце рамки, да, очень. Ну, да, там надо было текст как-то влепить еще. Это вначале все красивенько, я сидела. Сейчас дальше будет. Ну что, готовите, все отлично выглядит. Знаю. На самом деле, Валентин тоже большая молодец, потому что мы начинали в самом начале, отказались от дополнительных каких-то элементов, максимально сузили тему, да, дали какое-то разнообразие только по формам. Как хорошо вписались вот эти цветочки, да, мне очень нравится, как они вот идут фоном здесь, да, как дополнительная история, вот такая тонкая с этими веточками. То есть, на самом деле, с монотемы получился такой достаточно хороший проект в плане наполненности, да, хороший. Мне кажется, это тоже отличный результат. А как вам вообще работать было? Мне было сложно. Но я на самом деле после перерыва, я 3 года где-то не рисовала, вообще никак не взаимодействовала с этой областью.
А тут я взяла и сразу на интенсив, и сразу решила акварелью, хотя вообще у меня с графикой лучшие отношения. Вот, и уже на этапе груш меня штормило, какая-то фигня получается. Потом, а нет, а вроде ничего такого. О, это я нарисовала. И до сих пор немножко штормит. Знакомо чувство. Ерунда, то хорошо, и вот как-то так. Но на самом деле, вот согласитесь, да, вот оформился проект, и он как будто бы все собрал, да, всю вот эту идею по грушам. И такое впечатление очень ароматное, от ароматной какой-то коллекции грушевой, да, получилось. У вас есть вообще такой эффект, что он собрал вот этот вот проект все воедино? Или что-то по-другому представляли? Ну, я еще хотела какие-то блики солнечные сделать. Я не поняла, как их делать. А я еще параллельно смотрела в клубе уроки по фотошопу. Там и монтажные области, и смарт-объекты, оказывается, есть. И вот это вот то, что штампом там можно изолировать объекты, и внутри это вообще очень помогает. Я помню, раньше приходилось выделением выделять, и вот внутри выделенное, вот что-то там работать, а тут так просто. Угу. Вот. То есть еще осваивали фотошоп, да, параллельно с созданием коллекции? Ну, да. Еще не досмотрела, буду досматривать. Технически сложно, конечно. А сложно было все в одно вместить, как-то объединить. Ну вот мне полосочки помогли вначале. И я тут еще, не знаю, видно, нет, там текстура на заднем фоне акварельной бумаги. Да, видна текстура. Я ее сфотографировала. И хотелось теплоту какую-то придать проекту. Mm-hmm. Вот. Ну я еще постараюсь, еще поработаю над этим. Не, на самом деле теплота чувствуется сквозь весь проект, она, да, тоже объединилась. Я сейчас небольшие комментарии еще по слайдам дам, да, что-то какие-то мелочи, нюансы подправим, и это еще больше соберет, да, впечатление. А сейчас еще быстро комментарии девчонок зачитаю. Настя пишет: Валя, так клево вышло. Настя Попова пишет: лиха беда начала, теперь разгонитесь, главная тропинка протоптана, груши классные. Груши супер, Настя пишет: я чувствую дешес. Катя пишет: круто, столько пользы для участниц. Что по обложке? Ксения, ты еще будешь давать комментарии по обложке? Или у вас уже завершена работа? Я думала, что мы уже что-то делаем, а тут новая обложка, и я вот сейчас смотрю, ну вот это потяжелее править. Ну, пока, сейчас, на данный момент. Понятно. Ну, мне кажется, в обложке, да, вот стоит использовать вот эту идею линий, да, вот которая появилась. Угу. И в целом можно вот эти квадратики убрать, а вот эту линию просто поставить, так же, как и в превьюшках. Да, вот как она идет сейчас. Да, да. Меня просто немножко смущает вот этот квадратик наложенный. А я думаю, он случайно появился, просто не убрали его. Да? Нет? Нет, а я когда делала, я еще думала, интересно, так можно? Я тут на пересечении прямо рамочки текст оставляла. Думаю, вроде ничего. Но если что, думаю, мне по рукам дадут, я исправлю. Понятно. Что, не знаю, как вот мое впечатление, что бы я порекомендовала, сейчас, может быть, Ксюша еще что-то добавит, от того, что я отталкивалась. Может быть, использовать формат плашек, не знаю, вот эта центральная вот эта рамка, она нравится, да, но мне хочется толщину сделать такую же, как у основных дальше, да, они все-таки разные. Толщину рамочек везде нужно собрать воедино. Тут буквально несколько пикселей, но наметанный глаз все видит. Буквально, да, чуть-чуть утолщить. Плюс, возможно, я бы сделала плашку квадратную, прямоугольную, светлую, какого-то светлого оттенка. Все-таки не накладывала бы текст таким образом. Да? Либо текст нужно тогда, чтобы линия шла между строчками, то есть нужно поднять. Ксюш, давай, мастер. Ты начала, и у меня тоже закрутилось все. Я думаю, мы вместо квадратной сейчас вернем обратно круглую подложку. То есть круглый контур у нас останется. А вот где ты сказала подложку добавить, мы там подложку сделаем, но на белый фон мы добавим грушу. Ну, отлично. Вот. Ну, то есть, да. А потом там уже по графике разберемся, нам линии добавлять или нет. Ну вот. Да. Вот. Просто сам факт. Чтобы... Хорошо, что сейчас есть связь с Ксюшей. Да. Ну, сам факт, вот идея в
превьюшках, да, вот такого графического дополнения, очень хорошо смотрится, да, вот это стоит использовать, и это надо как-то отразить на обложке, да, чтобы это было все связано. Вот, я думаю, что вы справитесь. Отлично. Единственное, что сейчас проверить еще отступы от линии до текста, да, они везде немножко тоже разные. И немножечко здесь хочется линию опустить, отцентровать, да, здесь все-таки по центру строчку, да, по центру межстрочного расстояния утыкается. Здесь немного. То есть это такие вот мелочи, да, графические, которые вот хочется довести до конца. Плюс, возможно, я бы на этом слайде отказалась от плюсиков, просто бы поставила классический набор, груши, цветочки и все, и рядом композицию. То есть это само по себе подразумевает, что тут готовая композиция из этих элементов. Вот. То есть немножко очистим, да, вот пространство в слайде. Что дальше? Как будто бы здесь хорошо, мне все нравится. Не хватает вот этой линии и, может быть, какого-то текста где-то здесь, да, несмотря на то, что это длинный слайд. Может быть, где-то все-таки пустить как завершение. Надо посмотреть, как это завершить, потому что везде есть линия, да, как мы листаем. Оп, она везде встречается. Здесь как будто чуть-чуть не хватает. Плюс здесь я бы тоже добавила, это же графический элемент, тоже в виде линии и какого-то текста. Да, можно придумать, что это там композиции для вашего там дизайна продуктов. Ну, какой-то текст можно вставить. Вот. И поработала бы еще над этой историей. Все так может быть с точки зрения композиционно, но хочется добавить теней еще под чайник. Можно их даже просто нарисовать штампиком, подложку. Может быть, чуть-чуть сдвинуть всю композицию вправо. Не хватает как будто бы здесь пространства отступа. И на тарелочках я бы вот этот вот узор, который накладывается прозрачный, подтерла. Все-таки дала бы вот только тарелку, да. Чтобы как будто бы вот эта вот история с фоном была прям на фоне. Вот такие комментарии. Да, там должны будут быть еще веночки перед сервизом. Всякие бордюрчики, вот эта вся история. Потом хотела сервиз. Наподобие так, как с паттернами было выше. Mm-hmm. То есть там паттерны, потом фартук, вот, рукавицы, потом mm-hmm. эти бордюры и сервиз. Mm-hmm. Идея была такая. Поняла. Ну, все возможно, да, главное нам сейчас стилистически собрать, чтобы везде были наши вот эти вот элементы, которые мы придумали, да, и чтобы там, если мы собираем макапы в одну композицию, чтобы везде была тенюшка, да, чтобы стилистически они подходили. А так, мне кажется, замечательный проект. На чуть-чуть его доделать. И все как монотема, отлично. Шикарные груши. Лена вон пишет, такие аппетитные груши. Спасибо, девочка. Все, у вас наверное... у меня бы не получилось это. Наверное, я бы даже до сих пор бы рисовала эти груши заново. Рисовала. Отлично. Поторопили немножечко, да. Уложились в 3 недели. И это замечательно. Валентин, может, какие-то вопросы остались? Самое время на них ответить. А, да нет, я сейчас хочу вот как-то это доделать. Ну, главное, обложку доделать. Потом от обложки уже остальное отстроить. Mm-hmm. И хочется уже новый проект начать. Но уже я тут кучу ошибок наделала изначально. Уже хочется с учетом этих ошибок попробовать еще раз. Хорошо, хороший план. Желаю, чтобы все получилось. Спасибо большое, что показали. Большое спасибо. Там дальше. Так, у нас остается Настя, но нам нужно перейти тогда в Photoshop, потому что у Насти не загружено. Мы будем смотреть здесь. Так, Настя, выходи и сразу можешь ответить, виден ли у меня Photoshop. Да, все видно. Всем привет. А, всем привет, да. Так, сейчас зачитаю, что ты пишешь. У меня уже все, я вижу фотошоп. Да, я могу все сказать. Давай тогда сама говори, потому что я вижу фотошоп, вижу текст, и мне хочется сразу зачитать на классике разборов наших. Давай, рассказывай. Да я тут как этот последний двоечник. Да нет, я вот поняла, что я... Я же была на самом первом, но там я только в клуб зашла, и там я вообще не поняла, как я оказалась на первом потоке. И такая сейчас иду и думаю, ну ладно, мы уже подальше продвинулись. Типа, если я пойду на следующий курс, я еще дальше продвинусь. Да нет, шучу. Я перешла так, как я не успела, но у меня тут что-то все навалилось разом. Я не знаю,
Это какая-то вселенная. Мне не дает. Нет, да тут даже дело не, даже не, не... Ну, в итоге, в общем, я тут одна с детьми осталась, и все, все руки связаны, так сказать. Но я говорю, мне девочки просто своими проектами потом не давали расслабиться. Я как открою, все, я такая, так пошла, включаю компьютер, сажусь сделать. В общем, но у меня, да, куча сопротивления без этого. Я не люблю вот, я, еще вот, значит, сейчас девочки говорят, да, что все там стоп-уроки, все четко-четко. Господи, а я поняла, что я же вообще не люблю этого четкого ничего. И в итоге меня то туда, то сюда бросает. Ну, это, и, короче, ну, потом в конце у меня как-то все собирается, опачки, и готово, типа. В общем, ну, и тут у меня, сейчас я на стадии просто макапов. Я все, мне тот не нравится, этот, и это бесконечно, конечно, немножко. Но сейчас я тут хочу этот доделать все-таки проект, потому что мне вот я стала собирать, мне прям так понравилось. Вот, но, короче, я хотела такую веселую, озорную атмосферу, все ярко, сочно, а в итоге я потом смотрю, блин, да тут все как обычно, все беленькое, чистенькое, короче. Но я уже все поняла, это ж мой стиль, типа такой, видимо, да, все, можно смириться. Но на самом деле, да, ну, здесь не, можно не смиряться, а просто принять этот факт, что у тебя может быть здорово, задорно и весело даже в твоем стиле, да? Да-да-да, задорно весело. У тебя замечательный проект, на самом деле, вот сделай себе промежуточную точку и загрузи вот сейчас после эфира, просто зайди на Behance и залей туда все, ты можешь даже не публиковать проект, а в формате черновика. Просто загрузи, просто сдай себе эту точку, что ты сегодня вместе со всеми загрузила вот в каком есть виде эти слайды. Дальше потом исправляй сколько душе угодно. Серьезно, загрузить на Behance займет 5 минут с готовыми слайдами. Сделай себе эту промежуточную точку, она тебе нужна. Знаешь, сколько энергии будет у тебя после этого? У тебя все замечательно, надо только загрузить. У тебя вот чисто вот в этом действии блок, и мы его будем рушить. Да, у меня, знаешь, это тут вообще это просто трэш какой-то у меня тут. Я не знаю, это все с осени. Я вам в сентябре говорила, что у меня тут трэш, сентябрь. Октябрь у меня еще хуже, я вообще боюсь, что там дальше будет, ну ладно. Так, я сейчас в Инстаграме написала, что, ну что, вы там ждете мой проект? А, ну все. Все, мне теперь надо... Ну, в общем, я специально сделала, чтобы себя... Вот КПХ выходят наши эти, все задания выходят. Я просто, ты знаешь, я так продвинулась, мне кажется, даже уже как-то и рилсы тут как-то стали легче. Ну, в общем, знаешь, все легче, и все стало на автомате. И вот тут также, значит, я поняла, что мне надо, значит, какое-то... Чтобы люди ждали, что, знаешь, я перед кем-то... Это ответственно, так сказать. На самом деле, вот, а есть же такой принцип, особенно вот в блогинге, делать какие-то вызовы себе, да, и озвучивать их сразу на аудиторию, потому что это очень классно работает, что ты не сольешься, ты реально, если ты ответственный человек, ты уже доделаешь, да, в каком-то виде, в котором есть. Это работает история, на самом деле, ты молодец, ты видишь, подсознательно это чувствуешь и пользуешь. Я всяко могу, я ищу варианты, как себя заставить, знаешь, типа делать. Да не, я шучу, мне просто Инстаграм мне вот ближе, это самая близкая мне соцсеть, и поэтому как-то да, этот, а что, я столько тут ночей уже не сплю, ну, последнее время. В общем, и такая, в смысле, никто не увидит. На самом деле, да, на самом деле, вот у тебя готовый проект, да, он просто загружен сейчас слайдами в фотошопе, да, у меня открыт. А на самом деле, вполне мы могли бы сегодня уже так же смотреть какой-то проект, и там, ну, ты бы его дальше как-то правила, да, допустим, если что-то бы, какие-то правки были. Здесь просто один рывок, который тебе остался сделать, и, по сути, у тебя будет результат. Ты не представляешь, насколько тебе станет легче, да, уже даже вносить правки. Потому что я это условно будет вот эта точка энергетическая. Ну, я уже привыкла Настю уговаривать во всем, да.
будет смотреть. Да меня не то, что надо уговаривать. Не удивляйтесь. Да-да-да, это ты меня и уговариваешь. Ну, дело в том, что что-то как-то у меня с временем такое чувство, что когда особенно тебе, например, надо... Ты на курс пришла, и тебе надо как-то собраться там все, и просто все кругом тебе мешает. И, в общем, и у меня время вот так все сужается, все над тобой такие тучки ходят. В общем, я такая, но я все равно говорю, я смотрю, девочки делают так офигенно, и просто, да, у всех, понятно, разный уровень, да, этот, и просто некоторые кто-то переживают, а я вот, наоборот, смотрю, и я вот в зависти, что девочки там залили все, дошли до конца, я такая, так, где мой, когда я до конца дойду? Но суть в том, что, ну, я потом просто на каком-то моменте расслабилась в плане того, чтобы делать, как мне нравится, а не там, что руки трясутся, что быстрее-быстрее. И, в общем, пока, да, вот столько сделала, но я думаю, что, может, и правда... Что-то я забыла, я думала, что если я залью на Behance, то он сразу как бы опубликует. Я что-то забыла про то, что там черновики есть. Вот, так-то я... Да, можно же в черновик уже закинуть. Конечно, смотреть. Потому что, на самом деле, ты сделала много, несмотря на твои обстоятельства, да, несмотря на твою загруженность. Ты отрисовала опять с нуля коллекцию, да, ты ее продукт. Да, в следующий раз, я вас прошу, в следующий раз не давайте мне столько рисовать. Я хочу на следующий. Как я тебя вначале говорила, Настя, приходи, не помню, коллекцию меда, которая уже там готова в идее и так далее. Что-то мне сказала, нет, Аня, я хочу новое. Вот и получилось, что ты хотела. В следующий раз я поняла. Да-да-да, я говорю, в следующий раз не давайте мне столько рисовать. Молодец, что ты отрисовала. Себе надо похвалить, да, загрузить в черновик, поставить какую-то вот смысловую точку этого курса, дальше уже доделывать по настроению. Но все равно ты сделала много, ты молодец, ты придумала концепцию, ты придумала необычные иллюстрации детские, да. Тебе просто нужно осознать, что у этого тоже есть выгода. Когда ты поймешь это и пустишь в свою голову, у тебя приоритеты резко поменяются, и ты будешь находить время для того, чтобы рисовать иллюстрации. Тебе просто нужно поверить в это, да, а у тебя прям вот бойкот на этом уровне. Тебе нужно в эту сторону подумать, почему ты себе вот прям блочишь вот эту историю с отсутствием загрузок, отсутствием завершенного проекта, потому что ты делаешь все хорошо. Уже давно бы получала продажи и получала бы продвижение на стоках, да? Ты себя реально стопоришь в этом? Подумай, пожалуйста. Ой, может, меня с работы уже уволят. Или уволятся там, знаешь, типа. Ой, ну ладно, это там, знаешь, как обычно. Жесткая мотивация, да? И, как у нас говорят, морковка сзади. Нам такого не надо. У тебя не может быть другая мотивация. Тебе нужно просто разрешить себе мысль, что ты можешь зарабатывать даже больше, чем ты сейчас зарабатываешь, на картинках. Поверь, очень многие девочки не добиваются никакого результата на стоках, потому что они просто сами искренне в этом не верят. Они себя убеждают, что это возможно, они ищут подтверждение, а потом внутри у них этот блок, и вот с этим надо поработать. Потому что как только ты это проработаешь, у тебя поменяется энергия, у тебя поменяются приоритеты, и ты ого-го, как начнешь быстро все загружать, и не только рисование станет твоим приоритетом. Возможно, ты отдыхаешь в момент рисования, и у тебя такая загруженная работа, что ты просто не хочешь, чтобы твой отдых стал тоже работой. В этом еще может быть история. Да, но тебе нужно с этим разобраться каким-то образом. Но не, все так. Вот я когда делала даже... верстала вот эти, да, слайды, но это и то, потому что у нас эфир, и надо что-то показать там, знаешь, что я хочу все равно обратную связь и все такое. И вот я когда, и в общем, почему-то я когда сидела, я так и подумала, блин, а что я боялась? И вот я вчера делала идею, вот этот слайд, и просто так кайфанула, и я вот реально отдыхаю, потому что я делаю то, что мне нравится, типа, знаешь, и я прям довольна, и все прям вообще классно. Но, да, не знаю, это, да, и там, как обычно, наши тараканы, в общем. Ну, не знаю, я думаю, мало ли это все изменится, просто у меня так-то планов-то куча из всяких. Но у меня все планы связаны с моими иллюстрациями кругом, как бы. То есть я их очень все люблю и рисовать, и все. И вот я все кругом, что и проекты, и настоки. Так я ж там кидаю, бывает, продажи в Инстаграме, и у меня все так же 150 работ. Только. Вот, и я так и смотрю, господи.
Где? Так я вот сейчас даже делала ключи, я просто эти ключи там подобрала за 5 минут, потому что Наташа сказала, что до 22 ведь надо успеть. Вот я там все сделала, и такая, божечки, как классно, где? Я уже хочу опять грузить картинки, типа. Ну, то есть я люблю так-то и то, и все. А вот не знаю, бывает, то ли мод усталость какая-то накапливается тут со всеми делами. Настя, Короче. смотри, хочешь, тебе навешу еще ответственности, возможно, которая тебя тоже немножечко толкнет. Но это хардкор. Да ты вечно меня какие-то эти бросаешь. Да. Смотри, я уверена, что ты будешь одним из самых лучших моих кейсов, если ты наконец начнешь загружать проекты и работы в том объеме, в котором нужно. Пожалуйста, дай мне такую возможность, чтобы у тебя был прекрасный кейс такого замечательного иллюстратора. Ты оттягиваешь не Да-да. только свой успех, но и мой успех. Хардкор. Наш успех это оттягивается. Да, это жестко. Я не каждому могу такое сказать, но тебе могу. Да, я вообще думала этот еще, что я хочу, например, тут, да, вот у меня на работе загружено сейчас зимой, но я думала, блин, может мне вообще ничего не рисовать, а просто загружать то, что у меня есть, и там, знаешь, вот эта мотивация 200 и все. Говорю, и вот там как бы получится какой-то результат, ну, то есть я только гружу, ничего не рисую, выгружаю все, что у меня есть, и потом там, знаешь, типа придет какой-то результат, и я пойму, блин, что надо рисовать и доделывать, и грузить. В общем, ну, у меня очень, я хочу же на КМ, но я вообще, у меня даже сил нету туда что-то делать, но мне это как, знаешь, тоже, типа для самооценки, что ли, я уже это вроде говорила. Очень хочется продавать наборами. И мне... Я люблю проекты делать. Я же на архитектуре училась, у нас же там все проектами строилось вся жизнь. И вот у меня тоже она, я вот проект от этого и кайфую, что он прям проектом. То есть там есть идея и все вот это. Короче, персонажики эти. Ладно, я там долго могу ведь говорить, но я знаю, ты меня уговариваешь, да. Ну вот я просто говорю, что я сейчас, может, не буду так активно участвовать в клубе. Что для меня очень... Я люблю наш клуб просто. У меня там своя, знаешь, атмосфера. Я вообще отдыхаю в нашем клубе. Но я вот сейчас хочу немножко это подстопорить. И вот чисто грузить, вот доделать проект. В общем, планы пока такие. Ну, может быть, в качестве эксперимента поставить себе вот мотивацию какую-то, поучаствовать уже в другом виде, да? Понятно, что, может быть, она у тебя не работает, потому что ты там... Надо для таких, как ты, кто оплатил годовое присутствие в клубе, придумать другую мотивацию за 200 загрузок. Да вообще, да, там, ну да, это знаешь, это просто я Давай, что-то тогда тупанула, и вот с тех пор у меня Настя. там Adobe. Что тебя смотивирует загружать по 200 работ в месяц? Что меня смотивирует? Я не знаю, что меня смотивирует. Я, если честно, сама уже смотивировалась, но тут образ коллекции случился. Вообще в планах я хотела садиться все грузить, но не рисовать ничего, и в итоге образ коллекции. И сейчас он мне еще так трудно дался, но это в плане вот физическом. То есть в творческом-то там все нормально вроде, а вот чисто физическое у меня что-то тут вообще, конечно, этот, ну это ладно, вот. А что? Я знаю, да, оттягиваем наш успех, оттягиваем. Ну, как-нибудь притянем его. В качестве исключения для тех, кто оплачивает годовые подписки, я могу дарить за 200 загрузок какой-то физический или цифровой подарок, если это будет приятно и это как-то стимулирует еще тоже к загрузкам. Тоже можно такое привнести, да, в клуб. Вот мы с Наташей запомним этот момент, да, и Я каким-то даже не знаю уже. образом Да я даже, у меня, знаешь, этот, я тут была пару месяцев подряд выигрывала подарки, и электронные, и физические, у меня столько уже надарено. Но ты знаешь, у меня вообще, и вот поначалу, когда я только пришла, мне так классно было получать подарки, а сейчас просто вот я присутствую в клубе, значит, всякие этот, твои всякие придумки, и вообще скучать некогда, в общем, знаешь. И я поняла, блин, да это вообще круто, мне вообще никаких подарок не надо, только, пожалуйста, да, пинка, дайте мне пинка. Ну вот как Света пишет, волшебный пендель, обратная связь от Наташи смотивирует. Ну, Да. Наташа вообще строгий преподаватель, я вообще ее иногда боюсь. Но этот, она так мне всегда все отдельно пишет, и я прям вообще радуюсь. Потому что я тоже все время сомневаюсь в себе, но это нормально для творческих людей, они же все время сомневаются там в себе, хотя вроде все нормально, но не знаю, откуда это берется.
Все, понеслась, все на новый челлендж. Да, идем. Да. Я просто понимаю, что мы же работаем с девочками творческими, да, с личностями. И, ну, конечно, строгость это, конечно, рассканула так. Вот. Но я просто понимаю, иногда вижу, видно со стороны, что человек начинает, ну, рассыпаться, да, то есть нужно его немножечко подсобрать, немножечко сфокусировать на нашей цели, потому что иногда некоторых девочек немножечко уносят либо в сторону, либо начинают на что-то распыляться, и тогда очень важно, да, вовремя собрать обратно и туда на рельсы опять поставить, поэтому здесь как бы я включаю чуть-чуть так, ну, как бы вот посерьезней. Вот, поэтому я к тому, чтобы никто не боялся, там, что я кого-то там ругаю. Ну, Наташа, это я, да, жесткнула. Нет, так и нет, это правильно, потому что я вообще не представляю, как быть преподавателем, потому что вот я, это ты сказала все про меня так. Я потому что, когда одна идея идет, а потом же там она развивается, ты уже и то, и то, и то хочешь. Поэтому это, да, это такая, блин, задача, я вообще не понимаю, как вы можете... Быть преподавателем, но это очень круто. Наташа, у нас в последнее время запрос на еще более строгость. Вот я прям это считываю и в клубе на разборы, и прям постоянно, да. Но как этот, сейчас у нас есть тренд на осознанное родительство, да, вот в мире детей, а у нас тренд все-таки то, что у нас ученицы осознанные, да, и все-таки приходят учиться ко мне тоже девочки. Не глупые, умненькие, осознанные. Мы все-таки иногда рассчитываем, что в какой-то момент вот эта вот ответственность сыграет роль, да, и что не нужно прям вот ходить за вами с кнутом и рвать работы, да, вот как Катя написала, что многократно рвали и работали преподы. У меня тоже такое было, это ничего приятного из этого нет. Поэтому то, как мы ведем фидбэк обратный с Наташей, да, там, с Леной Молгиной, мне кажется, это самое оптимальное. Что может быть? Так, ну что, с Настей все мы разобрали, да, я посмотрела макапы, все хорошо подобрано, тебе действительно надо просто это делать. Я немножко испугалась, когда Лена написала про челлендж. Мы Настю, наоборот, сейчас никуда пускать не будем, пускай она доделывает все свои хвосты. Я ей обещала это в прошлый раз, но все-таки разрешила пойти на образ коллекции, но теперь уж точно. Да, а тут кто писал, что скучная тема месяца поможет, Лейла написала, не рисовать новое. Да, ну вы как помните, в конце года я вас обычно не загружаю ничем, особенно в клубе. Самое время доделать хвосты, и в этом году будет то же самое, поэтому имейте это в виду. Так, сейчас я еще хочу почитать комментарии. Что написали? Настя пишет, Аня жжет жестко. Ну, только я не со всеми могу так, только с Настей, потому что мы как-то, не знаю, уже давно знакомы, и мне кажется, я ей доверяю, она мне доверяет, и я ей могу такое сказать, да. Какой-то другой ученице я бы такое не сказала бы уж точно 100%. Да, здесь я просто на Насте, знаете, я человек, который очень люблю мотивировать, вдохновлять, и у меня это хорошо получается, я думаю, что вы все об этом знаете. А на Насте я просто отрабатываю новые методы. Я просто смотрю, что ее триггернет настолько, что она возьмет и доделает все. Что-то срабатывает, скажу, что-то не срабатывает. У меня с ней своеобразный опыт. Поэтому говорю, мы на курсах не только вы учитесь, но и мы учимся тоже. Поэтому такой вот уже жесткий метод пошел. Так, я читаю комментарии. Света пишет, Аня сейчас как раз совпала про это, ну, то, что Настя рассказывала, все у нас в голове. Настя, мне очень нравится твоя коллекция, я бы купила с такими иллюстрациями. Так. И Света еще пишет, я смотрю проекты, так у девочек профессионально получается, и впервые... понимание, насколько важно серьезное отношение к работе. Все по-взрослому. Я, наверное, впервые каждый день что-то делаю для проекта, пусть даже по капельке, но двигаюсь. Главное еще в голове у себя изменить, что я тоже могу, а то пока обратно. Большое спасибо за такие сообщения. Это действительно даже просто вот это осознать, понять, это очень колоссальная работа. Так, Катя пишет, я бы смотивировала за тортик, но я сладкоежка.
так мило. Но на самом деле, кстати, вот, да, за тортик, сладкоежка, я же очень часто на всяких обучениях говорю, что вот вы уходите с курса, ну, порадуйте себя вкусняшкой, даже если вы на диете, но сделайте вот себе какой-то там, не знаю, загрузочный день. Да, одна вкусняшка фигуру вам не попортит. Но главное, чтобы вы четко осознавали, что за что она идет. Да, не просто, что вы за каждое там действие себя вкусняшкой награждаете. Это уже, да, это уже немножечко РПП. А все-таки за какой-то... Или не вкусняшку, купите себе что-то красивое, какой-то новый блокнотик, бумагу, за то, что вы проделали колоссальную работу. Здесь у мозга должно быть такое подкрепление, что вы что-то делаете и получаете результат. Да, пока у нас финансового результата нету, нужно подкреплять другими результатами. Что я очень советую, у девочки очень красивые проекты получились, у всех. Очень большая рекомендация, закажите себе что-то с этого проекта, открытку, ткань. Вот сейчас я чуть не проспойлернула, не знаю, можно рассказать, Наташа, дашь добро? Не даст? Блин, ну ладно. Сейчас нас опять будут в интриге обвинять, ну вот что такое? Напечатать себе что-то, что вы можете тактильно потрогать с вашими иллюстрациями, композицию какую-то на футболке сходите, напечатайте, да, кто там в Питере, в Москве живет, есть типографии, которые печатают на изделие. Что-то, чтобы вы могли ощутить, это будет офигенная награда за вашу работу. Это не стоит космических денег, какая-то такая печать. Заодно вы сможете проработать подготовку к печати и поймете, что это вообще все супер просто. Но у вас будет результат. Просто представляете, если у вас будет красивый проект, и вы потрогаете то, что вы сделали на, я не знаю, на каком-то полотенце, или на футболке, или на чехле, там, или на открытке элементарно. Это самое кайфовое, что вы себе можете сделать после такой колоссальной работы. Это пощупать то, что вы создали. Не просто в цифровом виде, и не просто нарисованное отдельными иллюстрациями на бумаге, а уже собранное в композицию, в какой-то красивый паттерн. Это самое-самое классное. Так, читаю дальше. Марьям пишет по поводу года, что тут спрашивали, да, что мне весь чат вот так вот. Есть продление на год, каждый месяц вам приходят, и там должна приходить ссылка на год. Есть продление на год, и за продление на год я даю еще плюс 3 месяца в подарок. На сайте это написано, кстати, клубным. Так, можно, да, в чат задать клубный вопрос, я там подробнее это расскажу. Настя пишет, когда челлендж. Ну, по поводу Нового года у нас еще нет расписания, но я думаю, что в ближайшее время мы этим займемся, расскажем, что у нас когда будет. Катя пишет, я считаю, что фидбэк от Наташи супер мягкий. Это вам говорит дизайнер, чьи макеты многократно рвали и выкидывали преподы. Да, Наташа икнутый пряник, Наташа, ты супер, что надо. Так, Наташа супер. Наташа написала, девочки, спасибо всем. И Катя пишет, точно, опора на себя нужна, учимся сами быть ответственными. На самом деле... Немногие это могут, но на самом деле мне очень сильно повезло, вот я от всей души скажу, что у меня такие осознанные кураторы и ученицы. Да, это, мне кажется, моя личная заслуга, что я могу собрать вокруг себя таких людей. А те, кто попадает не очень осознанные, становятся тоже, потому что по-другому со мной взаимодействовать невозможно. Так, Света пишет, порвать и выкинуть хуже некогда, если плохо. Хороший педагог объяснит, почему плохо, как исправить, чтобы было хорошо. Но вот эти, знаете, педагоги из всяких вузов, и они настолько там замучены жизнью и своими проблемами, что им объяснять что-то какому-то бедному студенту, как, почему плохо, почему хорошо, это вот издержки, мне кажется, многих вузов, особенно творческих. Просто им лень, им не до этого. Они там сидят ради каких-то своих целей, но никак не для того, чтобы обучить кого-то. Так, Настя пишет, что и класс, значит, в конце года будет много проектов на Behance. Так, Настя, это твой педагогический проект, да, прямой. Так, я заранее себя порадовала, я отпустила себя в театр. Ну, здорово, главное было, чтобы четкая ассоциация, что вот это событие после этого. Я очень люблю себе какие-то подарки дарить после каких-то своих событий, даже, казалось бы, мне уже полезных, да. Мне это всегда очень сильно откликается и якорит, что я чего-то, что-то сделала, да. Ну, самый большой пример, который я постоянно привожу, я когда сделала операцию на глаза, я купила себе очень красивый браслет,
который я ношу, и он для меня является драгоценным, то есть это тоже весомая такая вещь. Я, смотря на него, закрепила осознание того, что я молодец, что я пошла в эту сложную, страшную операцию. И это осознание в какие-то сложные моменты, глядя на этот браслет, говорит мне о том, что я молодец, тогда справилась, я справлюсь еще. Такие маленькие какие-то вот лайфхаки по жизни используйте, они работают, как нюансы, да. У нас какой-то с вами психологический тренинг начался, я вообще читала комментарии, извиняюсь. Могу просто мотивационные эфиры проводить для вас, если вам интересно. Так, Света пишет, если я, если закончу этот проект, то себе в подарок вместо вкусняшки начну новое, обещаю. Ну смотри, это вот не хорошая мотивация в плане того, что ты обещаешь не поблагодарить себя, а загрузить еще работы. Надо все-таки между этим делать что-то приятное. Супер приятное, даже круче, чем просто готовый проект. Так, и Света пишет, что да, это супер рекомендация, напечатайте, пощупать. Обязательно попробуйте. Настя пишет, я все интерьерные наклейки детям хочу, опыт есть, причем можно с открыток начать. Да, Настя, можно и с наклеек. Вот готовый проект, отдать на печать наклейки, и дети порадуются, это же огонь вообще, да. Настя пишет, Наташа пишет, да, вот сейчас могу показать скатерть, которую себе напечатала. Давай. Так, сейчас я фон размытый уберу. Вот. Ага. Тропическим принтом. Акварельный. Ну, классно. Это просто супер. Ну, то есть здорово подержать, посмотреть, как в масштабе это смотрится, как краски вообще играют, как они на экране, да, и как это выглядит вживую. То есть это, причем, ну, это легко все печатается, там, недорого, и очень приятная история на самом деле. Здорово. Ты еще просила заключительное слово. Мне кажется, самое время, потому что мы посмотрели все проекты. Настя у нас была последней. Да, я хочу еще отдельно поблагодарить девочек, тех, которые без разбора на эфире, за то, что работали, продолжали работать, независимо от дедлайнов. Да, то есть девочки, кто к эфиру готовился, конечно же, они старались к эфирам больше подготовить, но те, кто без разбора, это нужно было больше самоорганизации, так сказать, иметь, поэтому я хочу вас поблагодарить за то, что вы справились с этим, и Ксению Ушанову выделили тем, что она сдала вообще первый проект, самое первое, хотя она тоже без разбора была, тоже хочу выделить, так сказать, ученицу. И вообще, на самом деле, этот поток был, ну, необычным, на самом деле он был очень крутой, и у меня большая благодарность ко всем за плодотворную работу, за то, что вы умеете или учитесь прислушиваться к советам, потому что здесь такой момент, это может быть, ну, не очень очевидно в самом начале, что мы с Анной можем видеть в перспективе, как это будет выглядеть, да, то есть, и поэтому мы даем какие-то советы, которые вначале могут казаться, ну, необоснованными или странными, может быть, да, вот, но, тем не менее, все девчонки прислушивались, где-то, конечно, было небольшое сопротивление, но все равно делали и шли вперед, и оказывалось, что все на самом деле здорово. Поэтому у меня, как бы, когда вы получаете от меня фидбэк, я тоже получаю от вас обратную связь и по урокам, и тоже заряжаюсь и вашими какими-то идеями, я имею в виду, морально заряжаюсь этим. Вот, и, соответственно, всем спасибо, и я прошу вас всех, очень прошу доделать эти проекты, особенно девочкам, кто сейчас даже на семилярах, на этапе, там, на подборе шрифта, доделайте, вот как даже сможете, ну, то есть просто для себя, для того, чтобы пройти этот путь, вот как, да, говорила Марьям или Лейла, с технической точки зрения просто, вот технически пройти это по шагам, и потом уже будет легче. Ну, в общем, у меня все. Хорошо, Наташа, спасибо большое. Но мне уже, мне кажется, добавить нечего. Я тут и обратную связь вам дала, и мотивационный немножечко блок вставила, да, и про курсы поговорили. Спасибо всем за обратную связь. Спасибо, что написали в чате отзывы. Если вы не против, я буду их использовать в рамках школы на сайте. Да, если вы дадите добро. Конечно же, я не буду
сейчас такая наглая Аня, я скажу, что я не буду спрашивать ваше разрешение, я буду показывать ваши крутые проекты, потому что это невозможно держать в столе и никому не показывать то, что вы сделали. И у меня руки чешутся, я уже не знаю, как давно уже очень, потому что невозможная красота, невозможные проекты вы сделали, и очень-очень хочется ими поделиться. Да, сейчас, если кто-то будет смотреть эфир, скажут, ага, вы специально подобрали таких талантливых учениц, да, чтобы прорекламировать свой курс. Нет, не специально. Все супер молодцы. Кто-то пришел с нуля, кто-то с большого перерыва, кто-то давно работает на стоках и в клубе. Ничего тут не подстроено. Девочки, подтвердите. Можно даже голосом. А то вы киваете. Я подтверждаю. Я случайно увидела в Инстаграме рекламу Ани, и я просто... Ну, в общем, у меня нет, конечно, бэкграунд, но я вот залипла, и я поняла... В общем, я прошла вот этот путь пользователя, так что я здесь прям с рекламы. Здорово. А то, знаете, там бывают всякие сомнения. Ну, просто реально, ну, представляете, насколько... Ну, я всегда на несколько шагов вперед продумываю, насколько крутые получились проекты, что я даже вполне допускаю такую мысль, что каким-то образом там мы за вас сделали еще что-то, что есть такие, возможно, предположения. Люди все разные, но я знаю, что вы каждая сама их делали, и это офигеть, как круто и ценно. Вы большие молодцы. Девчонки, все, кто без камеры, я надеюсь, что вы здесь тоже слушаете. Мы с вами будем завершаться. Да, Настя вышла. Все, я очень рада вас видеть. Спасибо большое за эфир, спасибо за крутую работу. Встретимся с вами на разборах в клубе или там на следующем, допустим, потоке образ коллекции. Если вы захотите, приходите обязательно. Будем делать новые крутые проекты. А сегодня всех отпускаю. Всем доброй ночи, хорошего вечера и пока-пока. Пока.